Добрый вечер, дорогие коллеги. Мы начинаем нашу встречу под названием «Как создать и запустить собственного чат-бота». Я желаю всем хорошо и поработать, и повеселиться, получить пользу и для себя, и для своих учеников. А такие вопросы я сразу озвучу к нашей встрече. Кто я вкратце? Актуальность нашего мероприятия. Изложение самого порядка создания бота. Какие есть риски? Какие есть бонусы? Какие есть гарантии от применения ботов? Куда записываться для желающих для того, чтобы углубить свои знания? И ответы на ваши вопросы с учетом ваших интересов. Я вижу, коллеги, подключаются, колокольчик пиликает, связь налажена, меня видно. А теперь я хочу показать вам мой экран. Вот эти ссылочки, которые вы сейчас видите, я сгруппировал. Я их все раздам. Это и требования к ботам, и ссылки на мои телеграм-каналы, и на Facebook. А мессенджер, где можно поговорить, пообщаться и посмотреть трудозатраты, включая смету, если кого-то заинтересует, сколько это стоит в деньгах, потому что время – деньги. Покажу вам сценарий, покажу вам опять работу мессенджера, покажу варианты тех сценариев, которые разрабатывали коллеги, примеры для репетиторов, для педагогов по математике, примеры ботов по теме дроби, говорят, самое сложное для всех, кто готовится к ЕГЭ. Ну и отвечу на все ваши вопросы, в том числе задавались вопросы по видеографии. Так, я вижу, коллеги подключаются и что-то пишут в чате. Приветствую, пишите в чате, пишите ваши вопросы, можете задавать ваши вопросы голосом, так будет более вживую. Ваши интонации, ваши реакции для меня, например, очень важны. И я не вижу, есть ли среди нас Марина Пчелинцева. Да-да-да, я здесь, я на связи. Отлично. Марина Геннадьевна любезно попросила меня провести этот вебинар. Она находится на той точке страны, где встает солнце, где-то в Хабаровском крае, да, Галина Геннадьевна? Марина Геннадьевна? Дальний Восток, Амурская область. Амурская. Ну, недалеко. Да. Да. А я, как видите, нахожусь в Сочи. Вкратце о себе, я тот, который занимается дистанционными технологиями всю свою сознательную жизнь. Правда, это начиналось с технической разведки. Я закончил военную академию по инструментальной разведке. Это дистанционно узнавать то, что никому не видно. Да? И уже где-то с 96-97 года я применяю удаленное взаимодействие в интересах обучения. И по настоящий день этим занимаюсь. Кандидат экономических наук, президент общественной организации «Союз профессионалов дистанционного обучения». И больше о себе говорить не буду. Лучше вы сами составите представление обо мне в ходе нашего взаимодействия. Вот так, наверное, будет меня лучше. Итак, я не буду сегодня никаких слайдов показывать, как это обычно принято, озвучивая то, что написано, а перейду к актуальности. Чем вызвана эта тема? Тема болезненная, с одной стороны, хайп уже прошел, хайп это по-русски, шумиха из ничего. На боты все получили хорошее представление, даже были на вебинарах, некоторые вебинары на группе самоучительской я смотрел даже в записи. Все хорошо знают, что такое боты. Потребность, вообще, кто занимается наукой, тот знает, что такое смысл слова актуальность. Это осознание невозможности решить какую-то важную задачу существующими средствами. В нашем случае невозможность снизить свою напряженность для педагога с учетом требований повышения качества обучения учеников
студентов, слушателей. Мы ищем, мы постоянно ищем какую-то волшебную таблетку, чтобы сделать всех счастливыми, счастливыми, в том числе и себя. Так вот, при помощи чат-ботов пока нет успешных практик, потребность есть, но как эти чат-боты могут помочь педагогу, ученику достичь своих интересов с наименьшими затратами, пока никому не известно. Таких примеров успехов нет. Возможно, мы сегодня их увидим и будем искать. При этом все вы, всех вас я условно делю на две категории. Говорю это честно. Первая категория – это те, кому бот не то, что не нужен, а даже вреден. Когда его создание, его трудозатраты превысят ожидаемые результаты. Вторая группа из вас может вообще там в ней никого не оказаться. Это тайна, это наше расследование сегодня, которые скажут, действительно, мне это интересно, мне это нужно, у меня есть рутина, я хочу избавиться от рутины и оставить больше времени на творческие задачи в обучении. Возможно, такая группа тоже есть. Это пока никому не известно. А теперь переходим к содержанию. Надеюсь, актуальность есть. Я попрошу Марину Геннадьевну, вы здесь слышите меня, Марина? Марина Геннадьевна, я попрошу вас быть, вот как в цирке есть два клоуна, один рыжий, другой белый, в нашем случае это добрый следователь и злой следователь, и мы будем, и я буду в виде такого вот как бы уверенного эксперта, а вы сомневающегося, неверующего и любопытного оппонента. Хорошо? Вот эту хорошо. Роль взять. Да, учительница, которая хочет что-то узнать для себя новое, ищет, сомневается, задает постоянно вопросы. Я таких студентов, таких учеников, например, обожаю, которые высказывают свою точку зрения, не всегда совпадающую с точкой зрения учителя. Кстати, а что вы преподаете? История, обществознание, право и экономика. Ну вот, такую полемическую. Хорошо, поняла. Предлагаю выбрать. Как все-таки учитель-предметник может активно использовать чат-бот своей педагогической деятельности? Для меня это очень важно и очень актуально. В связи с большой, скажем, нагрузкой, в связи с тем, что дети впереди планеты, они идут впереди меня, они больше даже, может быть, знают меня, и я бы хотела не просто в тренде быть, я бы хотела понять, как я в своей образовательной деятельности Спасибо. Могу использовать чат-бот. Итак, коллеги, нас интересует вот эта суперзадача, сверхзадача по Станиславскому, попытаться хотя бы представить тот образ, когда ученику интересно, он говорит, круто, я понял, мне легко, преподаватель при этом тоже получает наслаждение, он понимает, что какие-то задачи ученик решает с удовольствием, вот ради этого мы, ради этой замечательной цели и соберемся, и собрались. Итак, с чего начать? Давайте начну с одной из самых, пожалуй, сложных и запутанных задач. Это какую платформу выбрать? Вот я сейчас открыл таблицу, ссылку на нее тоже вам дам. Это моя собственная разработка, сделал я где-то года два назад, а может даже и три. Я понял, что все платформы разные. В одной что-то есть, в другой чего-то нет. Я их проанализировал, выдаем готовый результат на блюдечке. Я составил список платформ для создания чат-ботов, платные, бесплатные, всякие. Выставил по своей собственной шкале, вот как я представлял, их значимость, их дал им оценку свою в баллах от 1, от 0 до 1. И следующее сформировал требования к чат-ботам. Я думаю, что чат-боты должны работать на чем угодно, включая мобильные устройства. Но там должна быть видна учебная аналитика. Что бот и все платформы это умеют, должен не дожидаться, пока его что-то спросят, а сам начинал бы приветствовать. Здравствуйте, меня зовут там бот Петя. Я хочу вам помочь, инициация, так? Полифункциональность, то есть разные учебные задачи. Это и консультирование, типа бот вундеркинд, вопрос-ответ. Это и диагностирование, когда бот выявляет какие-то узкие места,
диагностируют. Кстати, боты применяются, оказывается, и в медицине для диагностики. Ну, конечно, не по всем болезням, но они уже умеют диагностировать заболевания. В обучении тоже это актуально. Возможность размещения разного контента, и картинки, и видео, и аудио, медиа-контент. Должна быть аналитика, что чаще спрашивают, что меньше спрашивают. Возможность выбора как кнопочного варианта, так и голосового ввода, чтобы можно было голосом ввести ответ ученику или услышать ответ от бота голосом. Возможность возобновить диалог после повторного обращения. Допустим, он устал, пошел спать, через 3 дня приходит, а бот помнит, что это он, не все это умеют. Инвариантность поведения на одни и те же ситуации. Например, бот в один раз поздоровается, здравствуйте, другой скажет здравия желаю, в третий раз. Ну, как в естественной жизни, мы ведем себя в одних и тех же ситуациях чуть-чуть иначе. То есть интеллектуальный бот. Возможность произвольного перевода от бота к человеку. То есть поговорил с ботом, не хочу говорить с ботом, хочу пообщаться вживую с человеком, и бот переводит на такого человека. Возможность анонимного взаимодействия, то есть бот не собирает персональные данные, вставлять тексты, ссылки, полиморфизм, я такое требование придумал, когда одно и то же имя. Допустим, бот, он и физику может, и математику, или, а другой бот может и историю, и обществознание, хотя это 2 разных предмета. Возможность размещения бота на собственном сервере в соответствии с законом о персональных данных, наличие готовых каких-то библиотек, то есть не с нуля создавать, а что-то готовое взять и адаптировать. Вот это требование. Возможность потокового изображения в виде таких блок-схем и алгоритмов, привязка к VPN, вдруг Россию заблокируют или Крым. А как быть тогда, чтобы можно было? Допустим, в Китае многое не работает, а были такие случаи, чтобы из Китая работали боты. И русификация, и бесплатность, и внешний вид, и прием платежей, когда бот проверяет, оплатил за услугу, пожалуйста, я могу тебе помогать. Дальше. Поддержка естественного языка, это я сейчас чуть дальше расскажу, есть 2 формата и какие-то примечания. Вот когда я эти требования сам проанализировал, видите, для вас провел колоссальную работу и говорю, что по всем этим показателям на первом месте с большим отрывом находится платформа SnatchBot или хваткий бот, по-русски говоря, разработка. Я сначала думал голландская, оказалась израильская, может он из Голландии переехал в Израиль. Ей уже несколько лет. Она не меняет свою тарифную политику. То есть часто вот я слышал примеры, когда начинается какая-то платформа, открывается бесплатно, потом проходит время, они говорят, а вот теперь надо платить. То есть у нее уже постоянно давно бесплатный тариф есть. Вы, конечно, спросите, а за что ж тогда они, где тут подвох, в чем тут выгода? Они продают за деньги дополнительные функции, которые, как правило, не нужны нашей с вами работе. Вот это первый вопрос. Я нашел эту платформу. Вы скажете, ну таких платформ много, и неужели я все проверил? Я очень много, около 100 проверил, сюда включил не все, те, которые существуют. Я просто устал их рассматривать. Мне стало понятно, что они все уже повторяются, и ничего нового в этом рейтинге, по моим понятиям, не будет. Поначалу я долго готовил боты на платформе Dialogflow, это разработка 2 наших соотечественников, которых пригласили в компанию Google, она выкупила эту компанию, и вот Dialogflow, вот эти 2 программиста, сейчас находятся в США, я думал, что поначалу вот это самое лучшее, долго в ней работал, много времени уделил. А SnatchBot мне показалось, что медленно работает и где-то
8 месяцев назад я понял, почему она долго работает. Оказалось, когда в нее размещаешь диалоги картинки большого размера, ну как большого, ну где-то 200 килобайт, это уже для нее много. Там картиночки-то маленькие. Она начинает тормозить. И второе, что я понял, что он иногда подтормаживает, но на работе для ученика это не имеет никакой роли. Он бот быстро отвечает. И просто нужно чуть-чуть подождать, и мы сейчас это увидим. Итак, вот первое, что мы с вами сегодня быстренько выяснились, по мнению моему, Юрия Николаевича, у нас с вами вроде как появилась эта голубая мечта платформа, на которой можно что-то бесплатно творить. Ну, давайте тогда откроем, как эта платформа работает, и рассмотрим, у нас называется «Как создать и запустить». Значит, я должен рассказать, как создать и запустить своего... Юрий Николаевич, можно вопрос такой? Да. Вот посмотрите, значит, мы выбираем данный инструмент. Вот я, например, как учитель рассматриваю, что этот инструмент бесплатный. Это вот первое для меня, я сделала себе пометку. Второй момент. Я прохожу регистрацию, то есть я обязательно должна создать свой аккаунт. Да, вот я да, сейчас, я да, вот я сейчас на ваших глазах нажимаю выйти, а вот даже вот на главную страницу до авторизации появляется главная страница, причем здесь сразу можно выбрать русский. Да? Юрий Николаевич, вопрос. Да. А на каких платформах он работает? Он работает в Телеграме, он работает в Фейсбуке, ВКонтакте. Или как это можно прикрутить сюда, вот к этим платформам? Вот именно, вот этот его полиморфизм просто поражает. Давайте тогда сразу не буду говорить, какая она хорошая. Вот это вот все понятно, вот уже готовые шаблоны. А сразу нажимаю на вход и буду не говорить, а доказывать. Вот я авторизовываюсь, можно зайти через Facebook или через Google. Все, видите, какая простая авторизация. И когда я открою любой из своих ботов, вот это очень важный вопрос, ну потратим мы времени, а где финал, где самое ценное? Вот я открою, допустим, любой свой бот, вот этот Киберсократ. Имя придумываете вы сами, как хотите, так и назовите. Вот я вот так придумал. Сократ тот, который ведет диалоги, если помните, да, из общества знаний. Он методами вопросов ведет дискуссии с учеником, гуляет по аллее и постигает какую-то истину. Вот, видите, немножко долго грузится, не пугайтесь, это же бесплатно. Вот он сейчас загружается. В этом моем боте, вот он уже тут нарисовался, вот он, видите, какой мой бот, Киберсократ, давайте его сразу. То есть сразу свой бот можно до того, как он появится где-то в сети, можно с ним, можно его проверить. Да, ну что-то долго грузится, ладно, подождем. Пока он грузится, я скажу, что в нем плохо. Если захотите его в WhatsApp, как я говорю, прописать одного и того же бота, один раз сделанного, можно прописать сразу на нескольких площадках. Вот если захотите его еще прописать, вот он запустился в WhatsApp, это будет стоить $75 в месяц. Вот открылся, и если я нажимаю «Каналы», Александр, вот ответ на ваш вопрос. Посмотрите, сколько каналов, то есть место прописки одного и того же бота есть. Веб-чат – это просто он будет без всяких соцсетей, без скачивания приложений, открывается в браузере. То есть на любом смартфоне, на любом устройстве он будет работать. В Фейсбуке – бесплатно. Вот в WhatsApp, да, это платная версия. Но я, например, в WhatsApp почти не пользуюсь. Вот у нас только семья переписывается в группе закрытой, семейной в WhatsApp. Но это есть более популярный, это Telegram, бесплатно. Viber, Line, не знаю, что такое. Skype уже не работает. Ну, Skype и не так уж и популярен. Я делал в Skype, они жили, прекрасно общались, с картинками, все.
Но Microsoft, это же продукт Microsoft, перестал давать бесплатные версии. А Slack может, не знаю, кому он нужен, Zendesk платный, Twilio какой-то африканский, Talking по email не проверял, по API. То есть он может интегрироваться с какими-то приложениями, пока не знаю, с какими, зачем это надо. Ну, например, с Moodle, да, он берет из Moodle какие-то там данные и сразу обращается по имени. Но уже мы видим ответ на вопрос Александра, веб-чат, Facebook, Telegram. Круто. Да, круто. Бесплатно. На самом деле. Круто. Просто вот я не на американском Dialogflow, там тоже есть интеграция. Я проверял, она работает с Facebook, с Telegram, но там больше заморочек. Здесь их вообще нет. Дальше. Если еще больше нет вопросов, я продолжаю дальше. Перебивайте, спрашивайте дальше. А первый вопрос, если после регистрации, вот, а как создать бота? Вот, нажимаете. Это мои созданные боты. Как создать? Просто так. Он спрашивает, он говорит, хотите вот готовые шаблончики? Тут и образовательные, квизы какие-то, и магазины, и продажа билетов в кино, и много чего тут есть, большинство на английском. Ну, я, например, переводчик на английском, или включаю Google переводчик. Все это можно переработать под себя. Если мне нужно... Юрий начать... Николаевич, то есть мы можем использовать шаблоны? Да. А можем начать с чистого листа? Вот с чистого? Да, вот он, чистый лист, пустой бот. Он сразу, тут какая-то появляется везде одна и та же троица. Надо сделать три шага. Вот здесь надо спрашивать. Причем, видите, интерфейс на русском языке. Ну, например, кто-то не учил английский, он учил немецкий или французский. Вот он говорит, дайте мне картинку. Ну, вот я любую картинку беру, допустим, вот эту. Все, картинка есть. Ну, понятно, да, для чего? У бота есть какое-то изображение. Название. Ну, например, Мария Петровна. Мария Петровна. Тире-репетитор. Почему-то чаще им это интересно. Хотя на самом деле репетиторам они меньше нужны, чем педагогу в школе. У педагога в школе бывает и 45 учеников. И вот это одно и то же объяснять, вот, наверное, как раз вот школьным педагогам это и надо. А репетиторы что, они обычно по одному собираются, ему проще к этому одному рассказать что-то еще раз. Вот репетиторов что заинтересовало, они говорят, а мы хотим, чтобы бот принимал заявки на консультацию. Дается дата, время, он выбирает, и то ли бесплатная консультация, то ли платная диагностика. Вот почему-то это их заинтересовало больше. Репетитор по физике. Что угодно, видите, на русском языке пишите. В описании лучше написать, потому что этот текст будет появляться в некоторых местах вот прям явно. Например, в Telegram или в ссылке, когда даете консультации. Буду торопиться, делать опечатки и диагностика по подготовке к ЕГЭ. Вы сразу представляете, если надо, спрашиваете, что вас интересует. Обратите внимание, сколько языков он поддерживает. Если вы преподаете, допустим, для иностранцев, там и грузинский, армянский, и узбекский, какие-то там совершенно разные языки, то есть интерфейс у него будет какой вы захотите. Причем не только интерфейс, он даже говорит голосом на разных языках мира. И вот, видите, он дальше говорит, надо начать со взаимодействия. Все, то есть бот готов, но он пустой. Или, как говорю, тупой, но надо в него вложить наше сознание. Он пуст, и нужно добавить новое взаимодействие. И показана стрелочка. Вот еще одна триада, троица. Диалоги состоят из взаимодействий. Каждое взаимодействие – это какое-то... Вот они, виды взаимодействий, нам нужны всего только тут, пожалуй, два. Это сообщение, где они общаются,
И извлечение электронного адреса. Допустим, в конце, после диагностики, он говорит, оставьте ваш адрес, вы хорошо прошли там диагностику, я сообщу там время консультации. Нужно знать его e-mail, он проверит e-mail на правильность, чтобы там была собачка, точка и так далее. Ну, третье, может быть, телефонный номер проверяет, чтобы было плюс 7, 518 и так далее. Все, остальные... А поэтому мы выбираем сейчас тип взаимодействия, назовем его начало. Они все имеют имена, как люди. Начало диалога и нажимаем «Добавить». Появилась вторая часть этой триады. Вот видите, знак такой восклицания, желтый. Нужно ввести сообщение от бота. Ну, тут «Здравствуйте». Какой класс? Вы ходите. То есть он обращается с вопросом. В зависимости от класса будет разная диагностика. И третье – это связик. Куда перейти в зависимости от ответа ученика. Теперь я расскажу теорию. Вот я обещал там в анонсе, что за 3 минуты любой из вас поймет всю теорию ботов. Дорогие коллеги. Первое. Все боты делятся на 2 типа. Это боты, ведущие диалоги на основе естественного языка, как в нашей реальной жизни. Вот мы можем перебить, уточнить, попросить, там что-то по ходу ответить. Это естественный язык. И есть язык на основе правил. Естественный язык можно делать. Вот говорят, искусственный интеллект, там, тра-та-та, ерунда. А на основе естественного языка очень тяжело создать, сымитировать диалог, чтобы он понимал настроение, хотя это бот тоже чувствует настроение, там есть фишка. В зависимости от ответов он начинает подбадривать. Допустим, раздражен собеседник или ему нравится. Так вот, естественный язык нам не подходит. Есть второй тип диалогов на основе правил. Вопрос спрашивает, вот какой класс вы ходите, там, с 5 по 11. Все, нужно выбрать кнопочку 5 или 6 или так далее. Или написать в ответе цифру 5. Или написать 5 класс, он поймет. Вот мы с вами должны эту четкую, эту теоретическую часть запомнить. Мы не будем пытаться гнаться там за естественным языком. Нас вполне устраивает для диагностики, для тестирования, для игр каких-то в обучении, для чего еще. Для просто вопросов, типа вопрос-ответ. Бот, вундеркинд, который спросил, он тут же ответит. Нам этого достаточно на основе языка правил. И второй элемент теории – это понятие дихотомического ключа. Оно очень простое. Представьте себе область знания, допустим, по физике. Всю область знаний. И бот, когда что-то спрашивает ученика, он всегда в зависимости от ответа эту область делит на 2 части. Дихотомия. В зависимости от варианта «да» или «нет», он какую-то половину этой всей области отсекает. То есть последовательно после ответов ученика появляется какая-то проблема, какая-то ситуация, которая и нужна, в общем-то, в диалоге. Дихотомический ключ. Итак, мы выбираем с вами, договариваемся, что нам естественный язык сейчас не нужен. Мы не стремимся за полной имитацией. Это очень дорого, это очень сложно, и ни у кого это не получится. Я пробовал, не получается. Как я не пытался, как я не учил его, все равно он тупит. Вот многие злятся, что боты в банках плохо работают. Они пытаются имитировать естественный язык. Его спрашиваешь одно, а он тебе не впопад отвечает. И вот по статистике 68% всех людей, которые не любят боты, как раз получились из-за того, что боты плохо обучены. А вот с дихотомическим ключом, с кнопочным еще, как говорят, или с ботом на основе правил, таких проблем нет. Все, вот и вся теория. Дорогие коллеги, понятна теория?
естественный язык и язык на основе правил. И понятие дихотомического ключа. Вот это нам самое было тяжелое вообще понятие, что нам нужно. Если мы это поняли, тогда идем дальше. У нас тема называется «Как создать?». Так вот, чтобы как создать, надо сначала все вот эти взаимодействия здесь прописать, перечистить, добавить все взаимодействия, заполнить в них тексты и дать связи. Но чтобы дать связи, надо сообщить ему какое. Допустим, я создаю новое взаимодействие под названием, ну, допустим, 9 класс. И нажимаю «Добавить». Кроме 9 еще могут быть, добавляю 10 класс. Так, чтобы сократить время, вот здесь есть три кнопочки. Я могу его копировать. И появилась его копия, тут три кнопочки, я его переименовываю, пишу 11 класс. Вот, когда я составлю все вот эти заголовки, потом надо, вот это уже мои, так сказать, находки. Я так освоил, там мой опыт вам передаю. Вот чтобы перейти вот здесь на 9, вот тут вот нажать на связи и... Здесь пишу 9 класс, это то, что будет называться кнопочкой, нажимаю на Enter, хотите добавить связь, да, если ответ на это взаимодействие точно совпадает, я говорю быстро, потом пересмотрите, тут ничего сложного нет, и выбрать куда идти, на 9 класс, добавить ответ, это закрыть. Вот появилась первая кнопочка, проверяем тут же, что у нас получилось. Здравствуйте, в какой класс вы ходите? Давайте я обновлю. Вот, это спросил бот сообщение. И появилась первая кнопочка. 9 класс. Все, видите, бот работает. Но поскольку в 9 пусто, поэтому он ничего не показывает. Все у нас работает. 10 класс. Enter. Да, если элемент на это взаимодействие точно совпадает, тогда переходим на 10 класс. Есть третья кнопочка, вот пишем 11 класс. Это все происходит быстро, кто-то научится, тот тоже самое будет уметь и переходит на 11 класс. Все, видите, три кнопочки мы создали. Вот они, 9, 10. Сюда можно добавлять и кнопочки со смайликами. У меня к ним двоякое отношение, я их поддерживаю, когда каждый смайлик точно отражает какую-то мысль. Например, окей, палец вверх, тут нету путаницы. А когда подмигивает вот это вот, что хотел, что подмигивал, я начинаю смущаться. Ну и дальше в 9 классе вы уже пишете ответ. Я не знаю, какой ответ. Вот сейчас мы переходим к самому сложному, из-за чего рушатся все работы. Это составлению сценария. А для чего он нужен? Ну вот, да, кнопочки научились вот тут. А для чего? Это самое оказалось сложное. Сейчас я вам покажу. Юрий Николаевич, то есть получается, это то, что внутри находится. То есть это содержание само. Технология, ну простая, проще некуда. Вот кто не понял, как добавить взаимодействие, как дать ему имя, как написать в сообщении текст и как добавить кнопочки перехода на другое взаимодействие. Вот если кто не понял, скажите. Вот технология простейшая, куда, проще некуда. А вот для чего и сам сценарий, я сейчас перейду к следующему вопросу. Я в ходе... Все помнят эти ментальные карты, пауки. Долгим путем думал, как же вот подойти к этому алгоритму по написанию ботов. Вот это вот я вам тоже дам. Я пришел к выводу. Не надо строить вот эти пауки ментальные карты. Они несложные, но у них есть одна проблема. Вот эти тексты в ментальной карте, в этих ромбиках, прямоугольничках, да еще с этими эмотиконами, смайликами, их очень сложно размещать, и самое неприятное, их оттуда сложно копировать.
Если мы берем табличный вариант по созданию сценария, то все получается очень технически просто, не трудоемко. С чего создает такая табличка? Номер шага. Я понял, что лучше обращаться с указанием номера шага. Тогда, когда мы ищем, куда идти, мы не пишем название, там, вот это, этих, у меня их сотни этих взаимодействий, а просто 5.00 в поиске ввел, он тут же быстро подыскивает. Вот эти вот коды, они резко облегчают работу. Следующее. Клавиша Tab. Это колонка с названием взаимодействия. Вот я щелкнул на Tab. Обратите внимание, какой очень простой, легкий прием, облегчающий работу по созданию самого бота. Ctrl-C. Я скопировал название взаимодействия. Иду в свой редактор. Добавляю. И вот здесь Ctrl-V. Название взаимодействия я добавил. Видите? Добавил. Выбираю тип. Добавил. То есть все. Вот я здесь сократил время. Дальше. Мне нужно скопировать сообщение от бота. Нажимаю Tab. Все поле выделилось. Ctrl-C. Ctrl-Shift-Tab. Иду. Ctrl-Tab. Ну, мне нужно вставить сообщение. Ctrl-V. Так, сообщение. Вот. Ctrl-V. Видите? Я сократил вот этими простейшими такими приемчиками. Я сократил себе массу работы. Когда я создаю в таком табличном виде сценарий, я могу быстро его размещать в сам конструктор. А дальше самое интересное. Связи для перехода. Если кнопочка содержит текст палец вверх хорошо, то нужно перейти на взаимодействие с номером 5.01. Если у него кнопочка «Хочу другой вариант», он идет на взаимодействие с кодом 00. Все. Оказалось, вот это простейшая работа таблички создать сценарий позволяет очень быстро переносить в сам конструктор название взаимодействия, сообщение бота и связи для перехода с одного взаимодействия на другое. Это был такой технический прием. Вот это тоже я вам дам в конце вот эти ссылки. И что? Вот самое тяжелое – это понять педагогу, что, для чего мне он нужен. Это раз. Ну, начало обычно хорошо пишут. Вот где-то тут у меня тоже пример был. Вот, помощник репетитора Настя. Вот у многих, кто занимался, очень хорошо идет начало. Представление, знакомство, какие-то смайлики. Дальше, я на себе это ощутил, как только идешь дальше до конца, вот тут у них платные услуги, все, тра-та-та. И вот дальше довести до бота до конца по сценарию мало кому удается. То есть преодолеть... Вот это вот логическое, наверное, логическое понимание, что я хочу и что должно быть в тексте. Если вот этот сценарий есть, то считайте, что и бот у вас есть. Вот дальше перенести его очень просто. Ну что? Юрий Николаевич, можно такой вопрос? Смотрите, получается, что я создаю сценарий с той целью, чтобы я имела вот какое-то определенное, даже не определенное, у меня будет содержание. Я добавляю. Вот вы сказали по поводу того, что вот сколько времени должно занимать или, ну, скажем, по времени, вот на какой промежуток должно быть вот это взаимодействие, да? Я бы вот так для себя вот разделила, например, вот я должна какой-то зачин сделать, да, знакомство, потом пошла основная какая-то часть и определенные какие-то выводы. Вот, в принципе, вот эти условно я пока для себя разделила части. Какое время должны занимать? Вот отвечу. Оптимально, скажем. Да, да. Вот мне поступила однажды заявка из Испании. Мы хотим по английскому языку,
для тех, кто говорит на английском, сделать бота, который будет обучать русскому языку. Экономически так, что, мол, это лучше, чем живой преподаватель. Ему приходится платить. А так один раз бота сделали, деньги за обучение получили, потребность на русский язык высокая, и вот бот будет учить. Так, просто говоря. Я говорю, учебник есть? Есть. Дали мне учебник. Спрашиваю, сколько будет стоить. Я зашел в этот учебник. Там 16 уроков. В нем есть упражнения. Я их все посчитал. В нем есть диалоги. Уже готовые диалоги. Я их тоже посчитал. Где-то их вообще нету, где-то их там 17 штук диалогов. То есть постоянно. Все темы записал. И вот ответ на вопрос Марины Геннадьевны. Чтобы создать один диалог, в котором, ну, где-то примерно, немного там, 8-9 вопросов. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы приехали, там, ваши хобби и прочее. Вот чтобы создать один диалог, нужно 45 минут. То есть написать сценарий и засунуть его в конструктор. Но когда этих диалогов 10, уже получается 7,5 часов только первую тему раскрыть. А вы скажете, а из чего складывается вот время, эти 45 минут? Я отвечу. Опытным путем я установил, чтобы педагогу придумать вот это вот, хотя первую строчку, нужно где-то 2 минуты. Что вы тут научитесь, как меня зовут и так далее. Придумать название этих кнопок, вот это вот не обязательно, бот еще может сообщить. Нужно 2 минуты. Мне так кажется, что это нормально, когда уже все отлажено. Чтобы ввести вот этот вот только одну строчку, вот это одно взаимодействие внутрь бота, тоже где-то 2 минуты. Дать ему название, скопировать, вставить этот текст, ввести эти кнопочки. Да, вначале надо, повторюсь, вот эту всю колонку, прежде чем вводить сообщение, вот эту всю колонку засунуть без сообщений, чтобы потом уже переходы были понятно, куда переходить. Понимаете? Я посчитал. Вот теперь вы можете сами посчитать. Если у вас ваш бот, диалог простейший, состоит из 10 взаимодействие, вопрос и варианты ответа, то вам надо где-то вот 45 минут создать. Много это или мало? Вот тут надо считать. Я возвращаюсь к нашей цели с учетом интересов и ученика, и педагога. Чтобы ученику было круто, вот эта голубая мечта. И педагогу было легче. Я сбагрил себя рутинную работу, занимаюсь более творчески. Или просто отдыхаю, гуляю с детьми, занимаюсь творчеством и так далее. Вот много это или мало? Вот если 45 учеников в классе и спрашивают одно и то же по какой-то теме, допустим, по теме дробей, ученики многие плывут, не понимают, что такое дробь, это выяснил у своей невестки. Вот, и вот, наверное, какие-то сложные темы туда им вывести, чтобы вот ты приди сначала с ботом позанимайся, потом мы с тобой встретимся. Или второй вариант, перед началом каждого урока, чтобы выровнять отстающих, привести к отличникам, дать им задание подготовиться, потренироваться с ботом, а после этого приходить на занятия. Или репетитор говорит, ну хорошо, вы пройдите вот диагностирующее какое-то там собеседование с ботом, хорошо пройдете, вам будет скидка, потому что репетитору выгоднее заниматься с умненькими детьми, а не с отсталыми, совсем отсталыми. Кроме того, бот может подсчитать, кому-то нужно в день, в неделю там, 2 раза, а кому-то, может, хватит и 1 занятия в неделю, в зависимости от его подготовленности. Вот тут для меня загадка. Вот тут я уже к вам обращаюсь, Марина Геннадьевна и дорогие коллеги. А какие у вас рутинные задачи? Я их не знаю. Давайте обсудим. Тогда можно прикинуть. Если на одной взаимодействии где-то 4 минуты, так вот подумать, и если у вас таких взаимодействий, вот, ну, у меня их сотни, я сейчас, наверное, лучше покажу, как мои боты работают практически. Я их уже не один создал. Обычно
А все, кто проводит вебинары, они говорят, как может быть, а как есть, ничего и не показывают. Только. Я могу показать, как есть. Хотите, покажу свои боты? Юрий Николаевич, получается, вот смотрите, вот этот сценарий мы забиваем, и у нас получается, в зависимости от нашей цели, готовый бот, который мы можем уже для своих личных целей в плане педагог может использовать. Причем я могу использовать, скажем, Telegram, да? Разместить его, скажем. Да. Да. Все, понятно. Вот я, допустим, дробовик, мастер по дробям. Открывается Telegram. Давайте я его сделаю рестарт, то есть заново. Он не закончен. Я понял, что у него нет актуальности. Я же не репетитор. Но начал пробовать. Вот он говорит, представьте себе, что на острове Пиццарс живут пиццееды. Это бот по обучению дробям. С особым желудком. Им нужно есть пиццу строго по порциям. Одному ровно половину, другому ровно треть, иначе пиццеед страдает. И в чем проблема, вот эти пиццееды на острове Пиццарс? Проблема в том, что заказы поступают неравномерно, то один, то несколько раз. Короче, он спрашивает, какой знак дроби должен быть? Вот такой, такой или вот такой? Черта. Вот. И тут этот человечек, его зовут Дробовик, такой ему придумал название, и вот такой дробовик, говорит, вот он как наклонный ножичек, он режет пиццу. Нужно показать два числа. Первое число выше черты, это сколько порций в заказе. Как вы назовете это число? Числитель или сложитель? Числитель. И что я вам сейчас показал? И вы увидели, что этот бот в этих картинках, это актер, меняет свои эмоции. Вот я так думал, что это может быть ученикам интересно. Но я не преподаю математику. Я просто фантазировал. Это была проба. Давайте я покажу знаменатель. Я покажу уже более такой бот, который мне ближе относится к какой-нибудь. Понятно? Так, это я закрою. Какой-нибудь другой бот. Юрий Николаевич еще просит, можно ли ссылку на один из ваших ботов в чат бросить, посмотреть от начала до конца? Да, да. Да, я. Но сейчас я боюсь, если вы туда пойдете, вы можете... Там зависнуть. Да, вы можете пропустить мою логику. Вот давай. Потом посмотрим, Юрий Николаевич. Вы просто потом в конце скинете ссылочку, хорошо, а мы посмотрим. Хорошо. Давайте я. Все, тем не менее, вдруг кто-то торопится, уже у кого-то горит. Вот я в чат сбросил. Это три ссылки на одного и того же бота, которого зовут Киберсократ. Вот видите, я обещал, он действительно есть. Я сделал одного бота в конструкторе, а дал ему прописку. В трех местах. Угу. У кого-то вот бывают такие ситуации, родители говорят, а мы не хотим, чтобы наши дети использовали Telegram. Он находится на зарубежном сервере. Есть такие, знаете, въедливые родители. Вот они находятся в Америке, наши персональные данные там. Я против. И что? Из всего класса один человек против. У него нету Telegram. Пожалуйста. Хотите Facebook? Не любите Facebook? Да вообще без ничего, просто по ссылке на веб-страницу. Он первая ссылка. Где не надо ни персональных данных, вообще ничего. То есть вот здесь была очень хитрая задумка моя. Найти тот, который для всех годится. Вот я сейчас на экране. Для учителя это просто замечательно. Это просто замечательно, потому что он может сделать выбор. Ну, любой учитель, который делает какие-то мероприятия там, Телеграм, он ходит по минам, потому что он нарушает федеральный закон о защите персональных данных. Понимаете? Я знаю случаи, когда подавали в суд, директор школы ограничивался штрафом 50 тысяч рублей, ему суд выписывал предписание об устранении. Никаких персональных данных за пределами страны быть не должно, чуть не сказал СССР. Понимаете? А мы все вот где-то там размещаем. Почему я люблю Moodle? Потому что он размещен внутри нашей страны. Там никаких рисков для школ. Если репетитор, конечно, ему проще.
Или преподаватель, который педагог, который делает вот для своей какой-то там микрозадачи в рамках какой-то кружковой работы. И то он рискует. А тут, пожалуйста. Вот я сейчас, видите, мой экран, показываю бота, который, тот же самый бот находится и в Телеграме, и находится в Фейсбуке. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Вот чем хороши социальные сети в случае ботов? Они могут, не спрашивая, видеть ваше имя или имя ученика. Вот он видит, что это я. Он говорит, в какой класс ходит ваш ребенок? Введите цифру или нажмите кнопочку. 8. Это тоже пример простейшего бота. Ясно, ваш ребенок учится в 8 классе. Он запоминает мои ответы. Что нужно? Диагностика. Это разные вещи. Диагностика платная, консультация бесплатная. Вот видите, он не сразу вываливает кучки, он по порциям, вот я тоже психологически, вот по порциям отвечать, не сразу длинный текст, потому что надо чуть-чуть подумать. И он может выдавать их с задержкой. Вот это время задержки тоже на платформе можно выставить. Вот он ему сообщает, сколько стоит. Хорошо, нужна диагностика. Это пример бота, который записывает на консультацию. Давайте договоримся о дате звонка. Вот он говорит, дни когда, понедельник или пятница, с какого по какой он может проводить диагностику. Выбирается дата, но здесь дата уже такая устаревшая. Он говорит, хорошо, вот в 13 часов я хочу получить диагностику. Видите, он имитирует, что-то там печатает. И говорит, введите ваш номер телефона. Если я номер телефона введу с ошибками, вот нажму, он проверит номер телефона и скажет, не могу, введите точно. Ну, умный бот. Вот я реальный свой номер ввожу, и он его понял. И говорит, проверьте, дата такая-то, время такое-то, телефон ваш такой-то. То есть человек же может не то дать, а вы будете ему названивать. Да? А если хочет, может исправить. Верно. Вот диалог простейший состоялся. Бот принимает заявки на диагностику и консультирование. В это время педагог или репетитор занимается своими делами. И только на почту или другим способом в аналитике на платформе он увидит, что поступила заявочка. До свидания. Ну, на всякий случай, после прощания, он говорит, если хотите, то есть наш разговор закончен, но если хотите, откройте ссылочку, которая посылает вот это мой сайт на Moodle. Все, вот это как бы пример той идеи, которую мы пока ищем. Мы еще не нашли, зачем вам бот. Давайте я покажу другой пример какой-то идеи. Так, где там? Бот по русскому языку. Давайте я вот так вот. Это уже в Телеграм, хотя попросили меня, покажите нам, вот как по-русскому может. Это был тестовый. Видите, тут чисто для показа. Не для учеников, а для показа преподавателя. Вот это приветствие, здравствуй, коллега. Он меняет. То ли здравствуйте, то ли еще как-то имитирует. Хорошо, поехали демонстрацию. Что здесь происходит? Упражнение по теме национальности. По иностранным. Хорошо, давайте не будем читать инструкции. Появляется сообщение. Давайте познакомимся. Меня зовут Джон, я американец. Слышали что-нибудь? Да. О, на чистом русском языке. Это не мой голос. Это голос именно бота. На хорошем поставленном языке говорит фразу, которую ученик должен понять, какой национальности этот человек. Вот я еще раз. Давайте познакомимся. Меня зовут Джон. Я американец. Дальше бот переспрашивает. Понятно, непонятно? Если непонятно, он ему повторит и то же самое. Понятно. И задает ему контрольный вопрос. Нажмите на микрофон и назовите национальность этого человека. То есть бот еще раз познает голос. Тут два языка попросили сделать, тут на двух языках. Напишу письменно. Он понимает блестяще. Нет, напишу немец специально. Допустим, он плохо говорит по-русски, он подумал, что это немец. Бот поймет его текст, переспрашивает. Вы так написали? Да.
это ошибка. Угу. Начать сначала или следующего. Ну, если напишет американец, он ему посчитает балл и скажет хорошо. И вот так вот пошло отработка упражнения по теме национальность. Вот еще один персонаж. Очень приятно. А меня зовут Антон. Я русский. Вот он на чистом русском сказал. Причем может говорить и на армянском, и на грузинском, и на узбекском, и на казахском, и на киргизском. На разных языках он говорит просто прекрасно. Русский. Вот вы увидели пример, как бот отрабатывает тему на знание национальности. Это так? Да. Это верный ответ. Вы понимаете, что Антон русский. То есть это самые как бы азы знания русского языка, тема национальности. Следующий собеседник. И вот таких собеседников тут национальности где-то 15. Вот это кто? Похоже, немка, я уже не помню. Вот это компания. Я немка, зовут меня Анна. Рада познакомиться со всеми. То есть он заодно еще обучаемый видит их в национальных костюмах, запоминает национальности. Да, уверен, что это немка, вы уверены? Верный ответ, можно следующего собеседника. Это еще один пример, где самого, так сказать, слабого можно быстро обучить. Возможно, кто-то из вас мне такое говорили, возражение, кто-то возразит. Зачем вот это вот бота давать, когда можно дать ему там Берди или книжку, текст с картинками, сиди, запоминай. Да? Можно такое услышать или представить? Казалось бы, ну да, что вот это тратить время. Дело в том, что мы люди, нам живее, интереснее живое общение. Оно самое дорогое, но у педагога не хватает времени. И вот здесь отрабатывается и аудирование, например, и культурологические моменты, вот знание национальных костюмов. И умение говорить. Вот микрофон работает, так? Попробуй с учебником это научить. Он проверяет произношение, распознает голос вот этот вот. Если нажать сюда на микрофончик и не отпускать, немка. Опустить, вот это сообщение, он тут же появится. Ну вот, не по теме, поэтому он... Понял. Кто-то еще говорит. Вот это еще один пример. Отличный, мне очень понравился этот пример, просто замечательный. Давайте еще посмотрим. Потому, я понял, пока не увидишь чужие примеры, для себя очень сложно вот этот сквозь... Да. То есть уже складывается какая-то, знаете, такая общая картина. Да. И этап. Да. Что может получиться? Вот какой это, может быть... это самое тяжелое, наверное, что можно представить. Это именно понять, где моя боль? Где моя боль? И как это все, как к этому подойти? Ну вот я покажу сейчас своего киберсократа для примера, начну сначала. Вот полифункциональность. Вот тут он приветствует в Телеграме, так, и показывает изображение. Вот это откуда я? Это просто опытным путем. Он должен показаться, вот так я выгляжу. Это цифровая реконструкция Сократа, его фотографии, естественно, не было. Я его, ему придумал такой образ, такой дедушка, мудрый спорщик, ведет диалоги, а бот это диалоги. И тут он говорит, вот что, хочу живое общение. Он сейчас вызовет меня как автора. Для кого бот? Давай поговорим, зачем мне он нужен? Причем тут Сократ? То есть сразу ему всякие вот вопросы острые выдает. Давай поговорим, не будем выяснять. О чем он может говорить? Я в него добавил несколько игр. Первая игра «Неуловимый Джо. Оценка качества чужого курса». Например, вот сейчас эти инфо-цыгане. Модная тема везде. И что там происходит? Хороший курс или нет? Нужен мне он или нет? Или я хочу продать свой курс. Вот я создал курс, хочу продать. Он точно качественный. Вот этот бот может оценить качество. Или вот бот против Баяна. Вы знаете, нужен ли педагогу бот, как козе Баян. То, о чем мы сейчас говорим, можно в принципе узнать у бота. Нужен он вам или нет.
в диалоге блеск и нищета цифровизации в школе показывает, зачем нужна цифровизация в школе. Там вообще драма. Там и бедная учительница, у нее муж таксист, хорошо зарабатывает, но дома бывает редко. А ей в школе тяжело, там цифровизацию толкают, у них конфликт. И там чуть до развода не дошло. Вот в этом диалоге. Нужно было действовать в зависимости от ситуации. Это игра для взрослых, таки, для более педагогов, для нас с вами. В диалоге хватки сценарий. Как создавать сценарий для бота? Бот учит создавать сценарий для бота. Вот то, о чем говорила Марина Геннадьевна. А этот диалог «Время и деньги» – это о цифровизации процессов в ДПО. Меня просили проводить мастер-классы, вебинары. И вот там проблема. Вузы хотят зарабатывать на программах, на платных программах дополнительного профобразования, а педагоги не хотят эти курсы создавать. Почему? У них нагрузка колоссальная, им за эти курсы почти ничего не платят. И вузы вроде как такие крутые, а мало кто хорошие курсы создает. Тоже бот помогает решить, почему я сделал такого сценария, потому что эти все темы знаю. Я знаю, что такое качество курса, зачем боты, как работает цифровизация в школе. Знаю, как писать сценарии и знаю, как проводить ДПО в ВУЗе. Какую хотите? Ну, давайте вот проверим по аналогии вот эту игру «Бот против баяна». Тут есть правила, хочу, не хочу, для всех подряд, давай играть. И вот он что спрашивает этот бот. Многие жалуются, что в условиях дистанта возникла чудовищная перегрузка. Вам тоже не хватает времени для ваших потребностей? Ну, вот, допустим, Марина Геннадьевна говорит, не хватает. Да, не хватает. Если хватает, бот не нужен. Или можно просто поиграться. А вашей Юрии работе, то есть видит, что я Юрий, бот видит, что я. Есть однообразные унылые действия, отвлекающие от настоящих? Да, есть. И вот зависимо от ответов у бота добавляются баллы, но это еще мало. Вы знаете, что такое браузер, вкладка браузера, горячие клавиши, копирование вставки? Ну, кто этого не знает? Хотя есть те, которые не знают. То есть технически ничего не надо. Простейшие вещи. Дальше спрашивает, как вы думаете, вам нужен диалог на основе правил или естественного языка? Да, на основе правил. Не хочу я естественный язык, мне сил не хватит его создать. Никогда. Вот уже заработал 4 балла. Вот тут обратите внимание, что вы можете создавать игры тоже с накоплением баллов и со штрафными очками. Вот этот Snatchbot умеет это делать. Считать баллы. В зависимости от баллов может дать скидку на ваши курсы там или занести это в журнал какой-то. Вы готовы? Да, смогу. Но я тут уже не буду вчитываться. Вы видите, как работает бот. Все, хватит играть. А нет, продолжу игру. Вот я специально не читаю все подробно. Вы видите, как работает бот. Быстро отвечает, бесплатно. Что-то пишет, вот тут на конференцию приглашает, где я выступал с конференцией. Если надо, если нужен вам эксперт, вот можете его вызвать, то есть меня или вас может также пригласить, благодарит и предлагает другую какую-то игру или начать сначала. Другая игра. Какая тут, например, игра? Неуловимый Джо. Ну, давай. Оценка качества курсов. Излагает правила игры. Давайте я это сверну и сделаю паузу, чтобы спросить, как вам нравится этот бот. Вот, пожалуйста, как работает в мессенджере. Юрий Николаевич, я сказала, повторяю, конечно, что я для себя поняла, как это можно сделать и как нужно это сделать. Мне понятно. Структура бота мне понятна. А мне непонятно, для чего он вам нужен. Вот вы поняли? Мне нужен? Да. Мне нужен. Вот я, например, для себя сделала, что я не буду вот на сегодняшний день брать его как бот-репетитор. Я попробую все-таки начать с самого простого. Вот мне показалось, что я могу создать
скажем, ту же викторину, ту же игру. Вот начать с того, чтобы, ну, как скажем, мотивировать учащихся. Могу я с помощью бота, создав игру, мотивировать? Могу. Могу, например, использовать данного бота на занятиях по внеурочной деятельности. Могу. Не знаю. Вот не начать? Знаю. Вот я показываю еще одного бота, того же самого Киберсократа, но без всяких соцсетей. Вот, видите, точно так же работает. Зачем мне бот нужен? Он тут же отвечает достаточно быстро. Вот здесь он поддерживает курсив, жирный шрифт, подчеркивание. Так с кем я общаюсь, он спрашивает. Я общаюсь с ботом согласно логике автора Белоножкина. Хорошо. Вот там такие. Ну вот, Марина Геннадьевна, вот я не знаю, сможет ли ваш бот увлечь. Вот как вы это в себе видите сейчас? Может, по какой-то увлечь, теме? Мотивировать. Он сможет мотивировать. Угу. Вот мне надо такой сценарий придумать, чтобы мой бот мотивировал учащихся. Чему будем думать. Вот к чему мотивировать? А к получению пятерки, полюбить... Знанием. Полюбить может предмет. Быть, да, к предмету. Предмету. Может быть, даже сопровождение проектной деятельности. Так, это, секунду, скажем, секунду. Я вот пока нет, давайте, анализирую. Давайте вот как это можно полюбить предмет? Вот как это вы в жизни представляете? С точки зрения полюбить предмет? Да, вот смысл... Я это... люблю предмет, потому что у меня получается... Мне интересно. Я у него хочу, должны скажем, быть эмоции, которые конечно. Выражаются в мотивация действии. Мотивация – это эмоции. Это эмоции в первую очередь. Он получает какие-то эмоции, когда бот его хвалит или говорит, о, вы меня расстроили, я переживаю. Да? Да. То есть у него должна быть своя психология в этих ответах. Он должен реагировать. Тут нужно хорошо владеть словом, русским языком, психологией. Он должен это все уметь. Хорошо. А какие действия? Он больше, меньше сидит в игрушках, больше изучает ваш предмет, да? Ну, я так бы хотела. Мне бы так хотелось. Соответственно, он рассказывает об этом остальным. О, там у Марины Геннадьевны такой бот с таким крутым именем. Вы ему какое-то имя придумаете, да? Аристотель. Ну, я подумаю. Да, вот тут больше элемент творчества. Вот мой внук младший, он говорит, фантазия – это все. И начинает так фантазировать, что, я говорю, хватит, надо в реальность вернуться. Вот здесь фантазия нужна. Да. Не иллюзия, а какие-то вот такие продуктивные фантазии. Придумать какую-то ситуацию. Ну, хорошо, вот по какому предмету? По истории или по обществознанию? Давайте возьмем обществознание. Обществознание. Сумеете ли вы найти такие вот темы из своего, то, что вы ведете, которые могут быть переданы боту? Например, общение. Общение. Психология общения. Да. Это относится к обществознанию, да? Да. Вот мне, я люблю логику, может быть, вот беседы с Аристотелем о культуре общения, там, о законах формальной логики, закон творчества, вот этого. Исключенного третьего. Потому что я так понял, вот все соцсети, и все происходит, в принципе, от неумения общаться на основе законов мышления. Начали с Ивана, закончили с болваном. Первый закон логики тождества забыли, с чего начали. Вот я не забываю, наша цель не просто как создать и запустить собственного чат-бота, а с учетом интересов ученика, рутины преподавателя. И сокращение времени. Вот эту тридневную задачу. Уже можно забыть про семью, про детей, про здоровье, вот сидеть вот это круглые сутки там. Да, ученикам хорошо, да, меня хвалят там, и все, но сил нету, для жизни не осталось. Вот эту тридневную задачу я не забываю. Об этом я говорю. То есть вы представляете себе, что вы потратили время на бота, ученики увлеклись, они научились логически мыслить, их Аристотель там оценил, да? То есть теперь они готовы говорить на другие темы, да, о политике, об экономике, да? Они овладели законами классической формальной логики. Вот хотя бы даже если этому их бот научит,
быть последовательным, логичным, убедительным, достаточно аргументированно что-то, какие-то выводы делать. Не по одному частному случаю делать заключение, а именно обоснованно. Да? Это уже будет прорыв. Он и по всем предметам будет, и вас запомнит, и вашего бота запомнит на всю жизнь. Меня бот научил правильно делать умозаключение. Вот, пожалуй, это хорошая гипотеза, Марина Геннадьевна. Я взяла на заметку, Юрий Николаевич. Аристотель как бот. Видите, я там добавил кибер-Сократ. Да. Может быть, у вас тоже будет кибер-Аристотель, потому что для ребенка кибер, там что-то. Не просто там какой-то чувачок, а это именно робот. Он честно говорит, что он робот, он этичен, он не врет, что он все знает, но он говорит, я вас научу, мы поиграем в законы логики, вы научитесь там вот то-то, то-то. Ребенок, и причем еще бот будет и картинками выдавать эмоции. Я вот этого дробовика посидел, поискал этого актера в разных эмоциях. Где-то он такой счастливый, где-то он такой прищуривается. Вот эти я картиночки собрал, и я их использую, потому что визуально это тоже на воздействует. Вот. Mm-hmm. То есть уже как бы получается инструментарий у нас вырисовывается. Ну а дальше попробовать в этой табличке вам, Марина Геннадьевна, создать этот сценарий, не спешить конструкцию так создавать, а найти некую супер идею по Станиславскому, набраться воли, довести сценарий до конца, да, до конца. Начинает вроде все хорошо, потом, ой, что делаю? Вот до конца, если вот довести, тогда уже будет легко создать там. А что еще, какие ваши требования, Марина Геннадьевна? Вы хотите им баллы выставлять? Ну, возможно, потому, как у меня будет сценарий, может, баллы, я буду использовать баллы и баллы. Может, баллы не нужны. Вот, может быть, и не, да. Здесь будет все равно, здесь, наверное, это сейчас вот я себе представляю. Когда начинаешь работать, ты уже понимаешь, есть в этом необходимость или нет в этом необходимости. Не всегда баллы нужны, да. Да, да. Вот да. Если он получит он 10 баллов из 10. Ну, может быть, и хорошо. Он умеет простейшие арифметические действия выполнять. Но вот мне понравилось то, как мы отработали с вами гипотезу. А дальше я уже видели вот эту табличку, я вам дам всем. Вы можете взять за основу. Я там даю определение, что такое бот, диалог такой. Все скучно. Там очень много скуки. Вот. Нет, там очень много интересного. И самое главное, понятий очень много интересных. Да. Вот база. Отлично. То есть вы уже понимаете всю логику, весь процесс. Платить не надо, все на русском языке, прописать, где попало, ну почти. Facebook, Telegram и просто на веб-страничке уже достаточно. И можно какие-то делать выводы. Вот мне, знаете, что нравится в вашей идее? Вы преподаете два предмета для разных класса. Вы понимаете, что по всем темам, помните, я показывал смету, это колоссально невозможно, вы выбираете какую-то самую ключевую, больную, на ваш взгляд, тему. Вот мне она понравилась, это законы логики с Аристотелем. Это универсальная тема, которая охватывает и оба предмета, и все классы, и еще захватывает и другие дисциплины. Да. И да. Создает вам некий имидж. А вы, вот что вы будете делать? Вы получите экономию времени для себя. Конечно. Мы как бы ученику хорошо, вы поняли. А где экономия вашего времени? Ну, скажем, опять же, ученик, который использует и будет использовать, скажем, вот этот прием, назову его прием, да, чат-бота, он придет на урок, он уже будет готов к тому, что я буду давать. Возможно, где-то как раз идет речь о смешанном обучении. Если я экономлю время, я могу пойти дальше, расширить, например, данную тему. А если посмотреть на эту экономию с такой точки зрения, если ваши детки научатся быстро на лету понимать, мы говорим вот об этом, концентрироваться на главном, да?
чувствовать нарушение логики, фальш и задавать вопросы, а докажите, да? И, может быть, вам от этого будет легче, они будут быстрее соображать. Да, даже, может быть, вот эти причинно-следственные связи, вот эта логичность, да, да. Они да. будут и меньше отвлекаться, и их увлечет умение выстраивать логические взаимосвязи. Отличать да, фейки, да. а хайпы от истины, да. где им обещают эту волшебную таблетку и просто их используют. А где действительно стоит прислушаться. Мне кажется, вот в этом ваша экономия. Вы будете меньше тратить время на доказывания, там, на призывы, слушать меня, там такой вот. Соглашусь. Берите да, ваши соглашусь. Телефоны, согласна. Слушайте меня. Может быть, вот в этом да. гипотеза, вот этот третий пункт, угу. вам дать время, чтобы заниматься более сложными творческими работами или просто отдыхом по трудовому кодексу. Вам положим отдых. Вот, коллеги, мы вдвоем попробовали рассмотреть гипотезу и вроде бы договорились, что есть такая версия, что у Марины Геннадьевны будет и ученик доволен, и она будет видеть, что они, ну, ее работа востребована. И еще, видимо, она получит экономию времени и будет успевать больше. А у вас есть какие-то ваши гипотезы? Вот тут Ирина с нами на видео, еще другие коллеги пока тут еще есть. У вас есть какие-то гипотезы по вашим предметам? Вы можете возражать, вы можете не верить, не соглашаться, задавать любые вопросы. Ваше мнение по ботам для себя. Сложный так, коллеги, вопрос. Вопросы, пожалуйста. Сложный вопрос. Нет, вопросов пока... Надо еще сначала это все попробовать, осознать. Мы видели, как у нас один коллега пытался создать бота Бориса, там есть такой тоже сервис. Да, да. Вот. Он пытался сделать типа игры обучающей. Ну, пока непонятно. Ну, надо пробовать. Ирина, спасибо за вашу откровенность. Я бы не приветствовал намерение сразу пробовать. Вот это лезть в конструктор, создавать взаимодействие, ответы. Я бы не приветствовал. А вот вторую часть подумать, осознать, вот это, мне кажется, более важным. Скажите, пожалуйста, вот вы представляете, что вы в Word пишете сценарий? То есть технически несложно. У вас есть видение какой-то вот боли, какой-то рутины или хотя бы части из вашей рутины, которую можно передать вашему боту? Вы что ведете? Я веду физику. Физику. Пока что... Ну вот я пока вижу только представление, у меня пока сейчас такое представление, что я могу какое-то взаимодействие по конкретной теме делать. Вот по физике будет мне сложнее представить гипотезу. У меня тоже есть инженерное образование, я могу с разными говорить. Вот с Мариной Геннадьевной мы нашли Аристотеля как некий универсальный образ, инструмент мышления, который годится по всем темам, по всем урокам. А вот по физике у меня нет гипотезы. Вам даже пробовать пока рано. Может быть, даже проще сказать, да не надо никаких этих Борисов, потому что каждый раз физика – это конкретный закон, допустим, Ома, там конкретные величины. Ну и какая там игра, какая там задача может быть. Так эту задачу можно и в тесте на Яндекс.Классе сделать или... сфотографировать решение, выслать по скайпу или по почте. Причем тут боты, например... Я попробую с вами не согласиться, потому что вот, например, ко мне часто ВКонтакте, просто ВКонтакте, совершенно незнакомые дети обращаются, задают вопросы. И я очень благодарна тому, что они задают вопросы, потому что вопросы иногда меня просто ставят в тупик, в каком плане. Я даже не представляю, что это дети могут не понимать. Поэтому бот бы мне мог помочь. Понимаете, в физике как раз вот есть универсальное, можно найти. Дети не умеют читать текст.
не могут выделить в этом тексте главное, не могут сущность, не могут разбить задачу на этапы, что нужно начать. А во всех задачах получаются одинаковые этапы. То есть я все-таки вижу, что я могу применить бот, вот хотя бы для того, чтобы устроить универсальный подход, чтобы дети увидели, как вообще начинать решать задачки. Вот интересно, вот это интересно, Ирин. Да, вот да. Если вы видите, что независимо от какого класса, от какой темы, от какой задачи, есть в них что-то общее, может быть, как и с Аристотелем у Марины Геннадьевны, вы говорите, а вдруг я найду такого бота-универсала, который подсказывает алгоритм, некий универсальный алгоритм, который любую задачу или почти любую задачу, прежде чем обращаться к педагогу, вот, вот в чем ваша экономия, прежде чем мое дорогое время тратить, сначала поговори с ботом и пойми, что, пусть он продиагностирует тебя, а уже потом обращайся ко мне. И бот говорит, задает вопрос, вот этот дихотомический ключ. Вы знаете, что, начинается с самого крупного, вы знаете, что надо найти? Да или нет? Если нет, тогда уже, значит, надо, что он говорит ему, тогда прочтите внимательно задачу и поймите, что надо найти в этой задаче. Он говорит, да, знаю. Второй, это гипотетический, второй вопрос. Вы знаете, какую формулу или какой закон физики нужно применить для этой задачи? Он говорит, да. Если говорить нет, он говорит, попробуйте или проконсультироваться с педагогом, или посмотрите учебник, или что-то там. Такие универсальные советы, говорит, попробуйте найти эту формулу. Он говорит, хорошо, я знаю, дальше что? Он говорит, вы знаете, какие переменные есть в этой задаче? В зависимости от переменных, которые поставляются в какую-то формулу, получается нужное значение. Он говорит, нет. То есть я вот фантазирую, представляю, что вы... Я вам хочу сказать, вот я извините, что вас перебиваю. Это... На самом деле, до того, как вы говорите, до формул, как раз формулы дети знают применить. Формул. Для того, чтобы применить формулу, нужно знать явление, узнать, распознать что? Явление. Явление... А что такое явление? Явление, где-то изменения. У нас явлений много. У нас может быть в одной задаче одно явление, а вот может быть в задачке несколько явлений. Значит, нужно применить несколько закономерностей. И до того, как применять формулу, они почему не знают, с чего начинать? Нужно начинать именно с распознавания, умения читать текст задачи и распознавания явлений. А только потом к каждому явлению приделываются нужные закономерности. Ну, проведите... Хотя бы пример одного. Приведите пример хотя бы одного явления. Ну как, движение. Так, или еще. Нагревание, что? Плавление. Нагревание, плавление, электрический ток. То есть ребенок постоянный электрический ток, колебания. То есть ребенок должен увидеть сначала явление. Так. В задаче. А вот уже потом определяться, какие закономерности описывают эти явления, это конкретное явление. Ну, как вы думаете, можно найти некий универсальный алгоритм? Вот я вам сказала, что это и будет универсальный алгоритм, как начинать решать задачу. Ну, тогда я призываю вас, значит, с этого, вот да. По этой моей схемке попробовать составить это... заполнить сценарий и, наверное, показать мне. Не идти в конструктор, показать мне. И после этого сделать уже бота. Дать ему тоже имя. Кстати, как бы вы его назвали? Кибер как? Нету версии сразу. Кибер-Ньютон или кто там из великих? Да, нет, я назовусь Кибер-бабушка. Замечательно, замечательно. Вот, кстати, это классная идея. Кибер-бабушка. Звучит вообще необычно. То есть это действительно бабушка, которая создала свой виртуальный аналог. Бабушка говорит про физику.
Она не решает задачи, она дает четкое понимание, это бабушка, она супер бабушка, она не говорит, что она все знает, но она говорит, вот это я тебе помогу. А вот уже если не получится, тогда иди к реальной бабушке. Или прочитай что-нибудь. Вот интересно, вот на лету возникла кибербабушка. Да, интересная очень, очень креативная, скажем, супер идея, мне нравится. Вот мне понравилось по аналогии, мы пошли, Аристотель, законы логики, они универсальны. То есть небольшую задачу, да, но она захватывает все темы остальных очень хорошо. Потому что на все темы сразу сил не хватит. Вот кибербабушка, ну, замечательно. Универсальный алгоритм выявления, понимания, что такое явление, приводит примеры, да, да. Спасибо, Ирин. А еще есть у кого-то... Да, у меня технически несколько вопросов, поскольку я тоже много чего Я видел ваш вебинар, спасибо. Да. Смотрите, в этом конструкторе, в бесплатном тарифе, я пыталась найти, в чем отличие между про-тарифом и бесплатным. Количество сообщений, насколько я поняла, отличается. Вы максимально какое-то количество сообщений, ну, как бы нашли, сколько можно сообщений отправлять от себя и от пользователей в сумме. Нашел. Сколько там может быть? Нашел. Смотрите, когда вы переходите на платный тариф, вот тут... Не, меня интересует бесплатно. Я отвечаю на вопрос, я понимаю. Ограничение по количеству сообщений появляется при платном тарифе. Бесплатно в тарифе. Тут кажется как-то странным и нелогичным. На самом деле все очень просто. При платном тарифе вы получаете такие вещи, как сохранение данных во внешних базах данных. Например, в Excel или в Access. Но это не всем надо. Понимаете? Хорошо. И при этом, когда вы платите там, от $40 в месяц и выше, у вас еще тариф меняется в зависимости от количества сообщений. А на бесплатном вообще никаких проблем. Хорошо. А возможность, ну, допустим, в Сенпульсе я даже на бесплатном тарифе вижу диалог пользователя. Здесь я могу видеть диалог с каждым пользователем, да, чтобы вклиниться, если он где-то, ну, завис ребенок у меня, там, не пошли у него понятия и даты по истории. И я ему как, ну, могу сама зайти, написать как подсказку какую-то или переключить его куда-то там в другую цепочку. Да. Вот есть такое? Да, да, давайте. А вы можете, ну, да, демонстрировать? Давайте я включу показ экрана. Потому что я пока там бот не написала, поэтому я не могу этого видеть. Я вам сейчас покажу. Спасибо за вопрос. Вот видите, да, экран мой. И здесь есть ссылка входящая. Вот это я тоже долго мечтал, долго хотел, чтобы я видел, как в реальном времени проходят диалоги и даже вклиниться к нему. То есть насильно прерывая диалог с машиной, чтобы я мог вмешаться. Честно говоря, такого ни разу у меня желания не возникло. Но беседуют нормально, говорят там о чем-то. Ага. Ну и пусть беседуют. А, ну прекрасно. Я могу это сделать, понимаете? Даже вот эту вот крайнюю ситуацию можно технически сделать. Я говорю, так, стоять, ничего не делать, слушать меня. Такого ни разу не было, но могу. Но я даю ему возможность сказать этому ученику, Не нужен мне ваш Сократ, мне нужен чат с живым преподавателем или педагогом. И вот эту возможность я ему всегда даю. Вот посмотрите сейчас внимательно на мой экран. Я нажал входящее, и я вижу, что 23 минуты назад с киберсократом по веб-интерфейсу, то есть без приложения, беседовал пользователь под номером 88699. Ну, хорошо, потому что... А вот, допустим, Елена Шарифуллина 25 дней назад, вот я нажму по ней, она входила в Telegram, вот, видите значок? Нет, извините, это не Telegram, это мессенджер Фейсбука. Она через Facebook с киберсократом закончила на том, что она оценивала качество курсов, и я вижу ее тут баллы. И даже вижу ее аватарочку. Вот она тут выбирала баллы,
И вот я вижу историю, как она общалась. Я тоже мечтал об этой аналитике. Ну, я вот это все видела в Сен-Пульсе, это все есть. И в Сен-Пульсе конструкторе, где я в основном делаю, и в Эмилоджике, там это все есть. Ну и что? Мне просто это нужно, допустим, для работы с абитуриентами через чат-бота, мне как раз это важно. Что касается, допустим, эффективности, я на своих занятиях некоторых это делала. Хочу сказать, что дети очень быстро привыкают к этому, и через какое-то время это уже не тот инструмент, который их завлечет, ну, у меня, по крайней мере, так получается, он их не вовлекает, не завлекает. Я Скажите, это пожалуйста, вы хотите мне возражать или хотите задать вопрос? Нет. Просто проходит интерес. У вас вопрос или возражение? Интерес. Нет, у меня ни вопросы, ни возражения, просто свой опыт личный, более чем двухлетний. И вот вы задавали на Фейсбуке вопрос, почему преподаватели, там, учителя не особо бегут туда вот это создавать. Я не так писал. Они их недолюбливают, потому что ничто не заменит живое общение. Я вот так писал. Но они недолюбливают боты, потому что это не живое общение. Ну, тут скорее они не живое общение из того, что я видела. И это больше то, что у детей пропадает интерес. И потом то, что вот касается работы с персональными данными, делаем так, чтобы дети там через Telegram заходили, да, допустим, через любые другие мессенджеры. Получается, допустим, я заинтересована видеть диалоги, я их не увижу. А мне, допустим, важно это видеть, чтобы вклиниться в процесс. И я повторюсь, все логи, неважно, на какой платформе преподаватель видит. Если это ну тогда, а как тогда с персональными данными быть? Что персональные данные? Они же все равно в Телеграм, дети в Телеграме зарегистрированы, в ВК зарегистрированы. Екатерин, повторяю, на платформе SnatchBot, где бы ни работал ученик, вся история сохраняется. То ли он на Фейсбуке, то ли он на Телеграме, SnatchBot, он выхватывает и сохраняет все истории. Неважно, на какой платформе он работает. Ну, я посмотрю. Вы рады, что он сохраняет все-таки историю, независимо какая платформа? Да, но у меня есть вопросы к тому, как в нем работать. Надо посидеть и разобраться. Большой минус, что вся документация на иностранном языке, конечно. Тут нужно потратить время на то, чтобы прочитать, вникнуть. Я не люблю там переводы через браузер. Я не пойму ваш вопрос. У меня нет вопроса, у меня есть просто констатация своего опыта, не более того. Вы хотите просто рассказать вас... свой опыт? Расскажите про ваш негативный опыт, почему ученики теряют интерес к ботам. Вот у меня негативного опыта, любой опыт, он позитивный, даже негативный. Я хочу повторить вопрос, почему ваши ученики теряют интерес к вашим ботам? Как вы думаете? Они теряют интерес, потому что они пресыщены такого рода диалогами, в том числе в любых других... Какого рода диалогами? По какому предмету? Ну, смотрите, они играют... Вы преподаете историю, правильно? Историю, обществоведение, философию, социологию, политологию, вот. Много чего. Вы где преподаете? В ВУЗе? И в колледже, и в ВУЗе. И в колледже, и в ВУЗе. Вот скажите, по какому предмету вы подготовили бот? У меня был бот по истории, у меня был бот по... какой теме истории? По какой? По всей истории? По всей? Это невозможно. По какой теме? Я даже делала не по конкретному уроку, а просто по моменту. Например, по новой экономической политике. У нас там есть тема социально-экономическое развитие Беларуси в такой-то период. И там один из пунктов параграфа – это новая экономическая политика. Какого типа был бот по НЭПу? Это был кнопочный бот. Это да. А какую задачу он должен был решить?
Самое простое для того, чтобы они поняли, то есть поняли, что такое NEP-понятие, сроки проведения, причины, мероприятия. Зачем нужен бот, чтобы дать понять, что такое NEP? Достаточно или роликом записать теоретического содержания. Я расскажу вам про NEP. Вы узнаете, что такое NEP в эти года. И вы изложили ему теорию. Зачем бот нужен, чтобы пересказывать теорию? Я применяла это на учебном занятии. Давать время на учебном занятии смотреть видео. То есть вместо того, чтобы проводить плановое занятие по расписанию, вы им показывали бота, который вместо вас рассказывал что-то про... Нет, у меня в план урока был интегрирован бот на одном из этапов урока, на этапе объяснения нового материала, и для того, чтобы увидеть, на этапе, точнее, закрепления, для того, чтобы увидеть, что они усвоили, они через бот работали. А, то есть вы сначала дали им теорию, потом проводили закрепление с помощью бота. Через он проверял их знания, он оценивал их знания. Да. Ну, а зачем для этого бот, когда можно или устный вопрос провести, или тесты? Ну, для устного, если у меня 30 человек, я там за 5 минут... Хорошо, а чем плохие тесты по проверке усвоения материала? Ну, у меня дети научились тесты методом тыка проходить, и это, ну, как бы я не вижу результата тесты, как такового. Тесты есть тестология, там можно неповторяющиеся, и ограничения по количеству попыток, и по дедлайнам, это про тесты. Если вы хотите с помощью бота в ходе занятия по расписанию оценивать, как они усвоили материал, а там тоже те же самые повторяющиеся вопросы, они друг у друга передерут и могут и ответить, там попереписываются. То есть сама идея здесь спорная, понимаете? Бот так увлечь, бот проверит ваши знания. Представляете, что думает ученик? Ага, значит, ей не хочется со мной поговорить в ходе занятия, она хочет меня протестировать с помощью бота. Я думаю, мне было бы скучно. Даже до открытия бота. Да не хочу с ботом, чтобы он меня оценивал знания. Мне хочется поиграть, там, решить какой-то вопрос, который меня волнует. А это волнует вопрос ее, учительницы, преподавателя, педагога. То есть вот здесь момент спорный. Нет ощущения интриги. Вы потратили время, да, Екатерина. Вы ожидали какого-то прорыва. А получилось, что прорыва не произошло. Это хорошая практика, вы правильно говорите. Ну, был еще другой вариант, ну, как бы другой опыт. Я предложила если бы вы сделали какую-то игру, представь себя, ты НЭПман, да, или там какие-то ролевые игры в условиях НЭПа. Один там полицейский, другой там киберпреступник или еще какой-то. Они в ходе игры, в ходе какой-то роли там побеждают или кого-то догоняют, там проигрывают. Вот я бы представил вот это вот как кайф некий. О, она мне не просто задает задание, она... Мне интересно поиграть, а вдруг я окажусь за решеткой в ходе этого НЭПа? Это была бы интрига. Дети любят играть, и взрослые тоже. У меня жена любит детективы, я не знаю как. Но тут надо подумать. А какой второй случай был? Второй вариант был, я им самим предложила сделать... Ну, есть дети, которые знают гораздо больше технически, допустим, чем я, и они сами создавали бота по заданной там проблеме. И здесь опыт был гораздо лучше, потому что процесс создания помог им, скажем так, лучше закрепить ту информацию, спасибо, которую они узнали на занятии. Это вы свой опыт рассказываете. Я хочу всем сказать, что вот этот SnatchBot, он тоже позволяет коллективную работу над ботом. Там тоже можно давать права. Более того, вот я смотрел внимательно вебинар Екатерины, бота можно продавать или дарить. Один сделал, или, допустим, часть сделал, или всего сделал. Вот, допустим, Марина Геннадьевна сделала бот по законам классической логики и сказала, я его готова поделиться с кем угодно, или продаю его там, к примеру. Это можно. Человек берет один файлик, импортирует его в своей учетной записи, получает его клон, точно такой же бот. То есть тут тоже два варианта, о которых я не сказал, которые тоже есть. Это коллективная работа над ботом и передача одного бота от одного автора к другому.
и внесение его корректировок, там может имя изменить, ему фотографию и так далее. Вот это возможно. И какую они сделали задачу учебную, ваши ученики? Ну, вот им как раз я предложила в том русле, о котором вы озвучили, как игру, ну, то есть придумать как игру. То есть там они придумали персонажей, и персонажей, ну, погрузили вот в эту, там, в новую экономическую политику. Вот. Единственное, что, конечно, делать это могут те дети, которые знают чуть больше, плюс надо помочь им дать дополнительный материал, где почитать дополнительную информацию, а там документы, на которые они могут опираться, для того, чтобы, возможно, даже реальных исторических, там, политических деятелей взять и реализовать через это. Хорошая идея, я ее тоже запомнил, передача волонтерам, которые, может быть, какую-то и получат надбавку на сессии, да, части работы педагога. Я это приветствую. Например, педагог разрабатывает сценарий, самое тяжелое, да, вот Марина Геннадьевна. А перенос этого сценария – это чисто техническая работа. У меня это, вот я когда в ВУЗе мы создавали платформу, у меня два студента гуманитария делали техническую работу. Что они делали? Они массами, тысячами заносили тесты на платформу, размещали контент, составляли структуру курсов, создавали курсов. Не царское это дело, не работа педагога делать технически. А вот эти два гуманитария, я им показал, как это делать, они носили. То есть это хорошая идея. Можно вот этим волонтерам передать конструкторскую часть, оставить себе только творческую. Сценарий делаете вы, а дальше детки, может быть, все вместе, а может, кто-то один или два, они аккуратно по полочкам расставят эти взаимодействия, ответы и так далее. И заодно и получат практику работы с искусственным интеллектом. Там тоже есть элементы. Хорошо, хорошо. Вот это хорошая идея от Екатерины. Да. Хорошо. Да. Я бы здесь уточнил, вот интеллектуальную часть, замысел творчества оставить себе, а вот это то, что не так уже сложно. Здесь, да, я бы индивидуально подходила, потому что есть, повторюсь, те, кто знает гораздо больше, чем предполагает программа и учебный план. Есть те, кому вот нужно в четко заданных рамках дать работу, как вы сказали, техническую сторону конечно, выполнить. Конечно, конечно, конечно. Просто в ВУЗе или в колледже, где есть госстандарт, где есть программа, есть расписание, там надо всем выдать как положено. А дополнительно там уже можно сколько угодно. Да. Так, кто у нас еще? Вот Ольга Макарова, не знаю, здесь. Да. Вы что преподаете, Ольга? Я преподаю русский язык как иностранный в как университете. Иностранный? Как иностранный? Да. Да, меня вот слышите, да? Пример моей темы, когда вот тема национальности. Да-да-да, я как раз хотела спросить, если можно, потому что я немножко опоздала к началу и не совсем могу понять, входит ли понятие чат-бота в то понятие бота, которым вы оперируете. Это вы знаете, это синонимы. Слово «бот» от слова «робот» Карла Чапика. Это тот, который работает, работник. Да-да. Чат от английского слова «беседа». Но мы обычно, говоря «бот» и «чат-бот», имеем в виду, то есть зависимость от контекста. В нашем контексте, в сегодняшнем вебинаре, мы говорим о чат-ботах, иногда называя их ботами. Роботы, вы показали, которые... Поняла. Вы показали какой-то фрагмент вот Ивана, который чат-бот по репетиту по русскому языку. А к нему есть доступ? Да. Есть. Можно его получить, чтобы посмотреть, как он работает? Конечно, конечно. Вы знаете, если я что-то забуду, вот в группе самоучительской Марины Геннадьевны, вы скажите, а у вас есть какая-то боль по РКИ, русский язык как иностранный, которую вот вы сейчас... Да, как раз вот именно в том самом аспекте, который вы сразу исключили. Вы сказали, что мы не будем рассматривать боты, построенные на основе естественного языка. И для меня как раз боль – это, ну, или мечта создать такой бот, который мог бы со студентом имитировать естественный диалог. Потому что, вот, скажем, определение национальности
ответ на вопрос, это могут любые квизы, которых по массе во всяких разных платформах. Мы работаем на Moodle. А вот как, например, Алиса, да, она чат-бот, который способен чуть-чуть поддержать диалог, а дальше, если у нее input идет не совсем правильный, да, с ошибками от иностранца, она все, она плывет. Ольга, и вот я мечтаю как раз о таком пути. Не спешите. Moodle не распознает голос. Познает, есть квизы, мы с ними работаем. Я прекрасно знаю Moodle, он голос не распознает. Он или выбери вариант ответа, или напиши ручками. А в Telegram нажать на микрофончик, то есть нужно еще правильно произнести артикуляцию, произношение, да? Да. И он поймет, а Moodle нет. Это раз. Вы согласны со мной? Moodle не понимает разговорную речь, он ее не распознает. Moodle. Ну, мы пока такого не делали, да, но... Я Moodle знаю от и до, не знаю. Лучше меня Moodle никто, наверное, не знает. Вот, ей-богу, я уже занимаюсь им с самого первого дня, как он появился. У меня там десятки тысяч курсов студентов в разных вузах и организациях до сих пор. Moodle не... Второй, он не может переводить автоматически на лету письменный текст в голос. Причем вот этот снатчбот, если говорить про английский, там 16 персонажей с разным настроением, с разным выражением голоса. Голос молодого человека, мужской, женский, или постарше. То есть там на английском, если это говорить про иностранный, можно создавать целые театры. А на русском языке там всего 4. 2 мужских разных, 2 женских. Вот мужской там очень хорошо. Женский так чуть-чуть фальшивит. Это же робот. Да, вот. Слышно, что синтез. Так что Moodle это не может. Это раз. Вот вы говорите квизы. Мы с Мариной Геннадьевной рассуждали, я сегодня упоминал. Чем отличается тест от чат-бота? Тест, пока на все вопросы не пройдешь, оценку не получишь. В чат-боте совершенно иная ситуация. Например, ученик когда-то изучал русский язык, вот проходил. И ему не надо все вот это вот изначально все по всем вопросам задавать. Он бот может выявить то, что он не знает. То есть это сокращает время. Вот эта диагностика, Moodle-то не умеет. Там скромные, там в элементе лекция можно вот эти дихотомические, но это сложно. А бот может... Он может выявить, а что ребенка интересует, какая тема. Угу. Вот. Это очень интересная задача, что ну, да, другие вот. Не могут. Квизы по другим правилам работают. Квиз там надо 100% до конца. В диалоге с ботом можно в любом месте остановиться. А, мне уже все понятно. Я все понял. Все, можно не тратить время. Может, бот спрашивает, вы какой класс хотите, какую тему, вот эту. Я остальные прошел. Хорошо, давайте. Вы ее проходили, да. Ну, давайте поговорим. Какие-то вопросы задает. И, может, после первого-двух вопросов бот говорит, о, все ясно. Дальше можно не тянуть. Давайте-ка, посмотрите там вот это занятие, а потом возвращайтесь. Понимаете? Угу. Вот в чем разница. Он имитирует живого человека. Мы же так и в жизни тоже. Приходят на экзамен, ну, видно, что человек элементарных понятий не знает. Ну, что нам вот эти положенных 20 минут, что выделено на экзамен, на него тратить? Иди готовься. Поэтому придумали БРС, кстати, в Moodle. Не допускают те, кто не набрал там пороговый набор баллов перед сессией. Тесты не прошел, эссе не сдал, на семинарах не выступал. Ну, что на него тратить? Автоматически это, пересдача. Иди, готовься. Набирай баллы, проходи тесты и так далее. Вот бот, он более тонко действует в этом плане. Более, как он чем-то похож на человека. Поначалу он туп. Он беспросветно туп, он нулевой. Он ничего не знает. А вот то, что мы в него заложим, вот в этом проблема нашего вебинара, да? Вот найти эту боль в него. Если найдем эту боль, разместим, то будет круто. Так вот, по-русскому, есть такая у вас гипотеза, для чего вам нужен бот? А,
Да, конечно, потому что очень в основном студенты, не твердо зная русский язык, плохо зная для начала русский язык, они очень стесняются говорить в классе. Вот, они стесняются говорить в классе. Он даже слово... Он был бы хорош, чтобы дома они могли бы... Он даже слово национальность не может, стесняется в классе. Он, допустим, он узбек, да, он боится сказать слово русский. Он стесняется. А бот-то, перед ботом не стыдно? Ну, раз сказал там с ошибкой русский, бот скажет, не, я не понял, давай-ка еще раз. Еще раз. И он будет это слово русский говорить четко, выговаривать. Русский. Или немец там, или еще. Или здравствуйте, или там до свидания. Вот эти боты с диалогом хотя бы вот как это, задание на аудирование, что Moodle не умеет делать, да? Вот можно передать ему, хотя почувствовать уверенность на аудирование, не грамматику, не лексику, это можно вызубрить, это в другие места зарабатывается. Я сам переводчик английского, неплохо говорю по-немецки, даже по-армянски. Я знаю, что такое иностранный язык. Там самое сложное – это имитация интонации, артикуляции губ. Вот в немецком языке там буквы «р» там нет такой, как у нас, «р», там «р», вот это заднебное, да? Или вообще сглатывается в конце. Мута. Там буквы «Р» нет, хотя это пишется «мутр». Мута. Фата. Вот если вы на аудирование ему передадите боту, на аудирование, да, а было бы, наверное, классно, чтобы ваши узбеки, армяне, кого там вы учите, казахи. Да, Ольга? Там кто-то говорит, кроме меня. Да, я в Лондоне преподаю. Вы в Лондоне. И кого обучаете? Англичан. Представьте себе, ваши английские ученики, у них вдруг появится чисто московский, точнее, литературный говор. Да? Вот я когда приехал в Германию, жил там, я боялся немцев, я учил немецкий, я начинал с пластины, каждый звук. И вдруг, это было еще в советское время, очень сложно. На повторение, звуки, фонетика, вот это, отработать практически во рту, да, вот, наверное, да. Это было бы вашей сверхзадачей по Станиславскому. Сверхзадачей поставить произношение, говор. Может быть. Они лексика, не грамматика, не фонетика, все остальное там тоже можно отрабатывать, и квизом и так далее. А вот, может быть, боту дать фонетику. Он говорит фразу, а он должен ее повторить. И бот поймет. Ну да, и нынешние программы распознавания речи, они выхватывают очень-очень хорошо, они очень чувствительные. Я, кстати, прошу студентов тренироваться с программой распознавания речи. Программы есть, они распознают. Но выстроить логику, дать ему оценку. Именно имитировать естественный диалог. Вот это было для меня. Вот теперь возвращаюсь. Я даже так поставлю в ранге произношения, потому что человек может иметь акцент, но при этом блестяще говорить на языке, на иностранном. Я за акцентами сильно не гонюсь. Хорошо, снимаем. Я теперь вернусь. У вас был многоярусный вопрос. Естественный язык. Напомню вот ту теорию, с которой я начал. Естественный – это язык, речь, в которой заранее неизвестно, кто что скажет. Я сказал, что вот эти тонкости, эти нюансы логики, да, когда тема постоянно меняется, возвращается назад, рекурсия, потом дальше движется, потом прерывается другая вдруг, потом снова возвращается. Вот это естественная речь, как мы сейчас говорим. Этот тип диалога сделать очень сложно. И я предлагаю отказаться и использовать диалог на основе правил. Да, нет, или несколько вариантов ответов в зависимости от них. То есть кнопочный, как говорит Екатерина. Вот. И у меня был вопрос, ну также, как это называется, флюенси, да? Постоянно меняющиеся какие-то ситуации. Я пока не знаю решения. Я думаю, надо отказаться от этой задачи, как нереальности. Упростить диалоги каким-то типовым. Как вас зовут, где вы родились, а кто у вас там это.
то есть односложные, простейшие, и отточить их до автоматизма. А вот потом уже этот флюенси, беглая речь, выводить на очные занятия. Иначе что, за что-то вам деньги платить? Все будет делать бот, что ли? Да. Боту оставить рутину, пусть он выровняет его знания до встречи с дорогим педагогом, которому платят деньги, пусть он выровняет ту же грамматику, там, лексику, фонетику, да? А уже потом идет к вам. Он уже подравнялся, он дошел, он почувствовал уверенность. А вот по каким темам так делать? Ну, может быть, поначалу там 2-3 темы базовые, а дальше вы уже будете с ним вживую. И там постепенно... Ну вот, кстати, вы показали смету, где вы рассчитали там стоимость как раз батизации, или как это назвать, учебника русского как иностранного. А это имело какое-то продолжение? Нет. Вы знаете почему? Хорошая такая, у нее там что-то 2 или 3 онлайн-школы. У нее, она, видимо, у нее сайт, принимает заказы, консультирование там, по-моему, бесплатно или собеседование, а потом они записываются, платят, и она находит уже вот этих фрилансеров, и они по договорам обучают. Что же там? Я даже сам возразил, я ей сказал, не надо. Там насчитали где-то 260 тысяч рублей, что ли, сейчас огляну. И я говорю, вы знаете, вы ничего не заработаете. Вам не стоит. То есть я не тот бизнесмен, который хапает. А, 226 тысяч. Давайте я вам, если хотите, покажу. 202, причем там со скидками, с учетом вот этого всего. Естественно, я бы жене, я все деньги жене отдаю, я бы с удовольствием ей бы отдал, она была бы счастлива, я ничего не получил. Но мне показалось это нечестным. Почему же я отказался? Там как раз предполагалось создание вот этих диалогов, да, скажем, условно по топикам, да, там по каждому топику диалоги, в каждой теме где-то средних 10 простейших диалогов, и еще какие-то упражнения. Я забыл, там какие-то еще упражнения. По-моему, это типа квизов, что ли, я не помню. Ну, я когда прикинул, говорю, ну, никто не будет их использовать. Вот в такой махине по каждой теме, я говорю, не надо вот этот весь учебник целиком туда засовывать боту. Боту нужно оставить только какую-то, ну вот, вовлекающую. Фрагмент, да, который требует... Потому что вот мы сейчас живем, общаемся, не будет человек платить боту. Он захочет поговорить вот с вами, там, с Ольгой, с Мариной, там, с Людмилой. Он захочет поговорить вживую. Он не будет платить бота. По-моему, я сам первый. Она согласилась. Я потратил на это время, создал. Она говорит, ну, можете сделать? Я говорю, да, бесплатно. Сделал ей вот это по национальности. И понял, что не заработает она. Она порядочная такая, активная, там, по конференциям, с Пушкиным вот этим университетом. Все это работает. Детки у нее посмотрел. Они богато так уж супер живут там. И я сказал, знаете, наверное, вам не надо. Не надо. Не пойдет бизнес. То есть нужно быть честным. Понятно. В принципе, пиво здесь есть. Возможно, когда чуть-чуть здесь продвинет. Здесь нужно, да, вот ограничить себя какой-то узенькой, но очень блестящей задачкой. Может быть, даже на стадии... Вот именно на распознавание того, что они говорят, понимаете? То, что они стесняются делать в классе, вот это с ними бот мог бы отработать. Вот. Вот, если вы чувствуете, что главная трудность для вас и для них – это преодоление страха говорения, а я по себе знаю, как это было страшно идти к немцам, я шел, заставлял себя идти в их гаштеты, в ресторане, один, без никого, еще плохо знаю, просто слушал речь, громкую вот эту гортанную, мне казалось, грубую, я потом привык. Может быть, вот это и есть главная боль в изучении русского языка. Преодолеть. Ну, и вот тот самый бот, о котором, то есть вот этот Snatchbot или Dialogue Flow, я еще увидела у вас хорошее название. Вот эти, они такие задачи подтянут, вот боты, если я захочу сейчас сама создать. Dialogue Flow нет. Snatchbot, нет. Да. Потянет, Snatchbot. Да?
Snatchbot, вот хватки бот, это в Израиле они. Вот он делал аудирование, именно аудирование. Все остальное там грабатик это могут и Moodle делать. Спасибо, что вы применяете. Большое спасибо, Юрий Николаевич. Давайте, я хочу вот всех. Я чувствую, вот те, которые еще остались, практически у каждого есть гипотеза, что вот есть маленькая какая-то, не глобальная боль, вот на бота спихнуть, а какая-то маленькая, это уже будет достаточно. У них появится эмоциональная такая радость, о, у меня лучше пошло, у нее хорошо идет, у нее там бот такой умненький. Я потренировалась несколько раз, но одну фразу подумаешь, там 5-6 раз повторить, ничего страшного, это же не стыдно, это же бот. И пошло, и заговорят о вас. А дальше вы уже в ходе очных занятий будете наращивать, дополнять. И все. Ваш помощник, как вы назовете вашего киберпомощника? Ольга, как назовете? Миранда. У меня был уже проект, я с ним уперлась, но... Миранда? Вот имя такое... Миранда, да. Кроме напитка. Миранда ничего мне не ассоциируется. Это какой-то герой? Нет, здесь входит часть слова miracle, что значит чудо. Вот, как бы типа такое. Но это рабочее название. Не обязательно, что оно сохранится. От вас получила подтверждение, что, в принципе, это реально, понимаете? Потому что когда садишься что-то создавать и не знаешь, что получится ли вообще, то тормозит сильно. Кибермиранда, что-то в этом есть. Спасибо. У вас появилась гипотеза, в которую я чувствую, ей можно доверять. С ней можно работать. Она не такая уж там сложная, сразу говорю, она не сложная. У вас на аудирование 5-6 взаимодействий по одной теме. 5-6 взаимодействий. 5-6 фраз, но он их отточил. По другой там 7-8. То есть на каждое взаимодействие по 4 минуты в среднем. И все там. Работы-то немного. А какой будет прорыв уже психологически? Они будут чаще улыбаться. И вы будете видеть их подвижку. Да. Вам будет приятно. Так, кто тут еще с нами? Миранду мы еще. Валентина слышит нас? Людмила Гобова. А Юрий Николаевич, еще спрашивают, таблица, которую вы показывали, будет? Вот ссылка на таблицу. Очень хотят посмотреть там, где были написаны сервисы, по-моему. Да? Требования. Да. Да. Ничего, что я в тельняшке только сейчас заметил. Я тут по-домашнему. Как сказать? Все хорошо. Это современно. Мы не такой. Работаю только... Я поняла, что в тельняшке, потому что в Сочи. Правильно. Так, мы продолжаем. Я устал. Пока на все вопросы не отвечу, я буду здесь, я не спешу. Ага, и пишут пример сценария. Да. Я бы хотел сказать, коллеги, вот, во-первых, спросить, вы чуть-чуть начинаете верить в то, что боты могут стать вашими помощниками? Хоть чуть-чуть. Вот какие ваши ощущения? Коллеги? Мнение Марины Геннадьевны я услышал еще до начала вебинара. Она сказала, хочу, все, давайте поговорить еще сначала. Прежде чем что-то отвечать, надо переварить всю эту информацию. Ирина, что вы еще не переварили? С техникой понятно, что это дело вторичное? Да, понятно. Это вообще любая идея. Если сайт я создаю, или даже презентацию простейшую начинаю делать, я с бумаги начинаю. А что вы преподаете, Ирин? Вы уж меня спрашивали, физику. Ирина, у вас все хорошо. Да, Ирина Бочарева. У вас, ваше мнение, я понял, спасибо. У вас блестящие перспективы. По физике у вас есть и замечательная идея универсального алгоритма, это вообще как тема вечного двигателя. А если вы сможете подойти хотя бы частично,
скорее всего, бот скажет, ну, вот если вы это все прошли, и этот алгоритм прошли, и все равно не можете понять, ничего страшного, обращайтесь вот туда-то. То есть он не должен обещать... Или какие-то... бот скажет, знаете, что физика – это не ваше. Не мое? Ну, если бот этому человеку скажет, вы знаете, я понял, вот. Физика ваша не ваша. Не-не-не. Смените... Вот здесь этика. Вот я с этим сталкивался. У меня один есть друг, он не священник, но что-то связано. Он где-то там руководит что-то хорами какими-то. Он такой весь этичный. И он говорит, Юрий Николаевич, вот не надо, чтобы бот так вот по-армейски, типа, это не ваше, вот, ну, уходите. Он как-то должен помягче сказать. Возможно, вот более так сослагать. Это над этими вот фразами, чтобы не обидеть, да, физик это не ваш, не обидеть. Как, то есть мысль по сути правильная, физика, да, не все физики есть и лирики, но как-то по форме, да, можно смягчить. Спасибо за ваше мнение. Коллеги, кто еще здесь вот у нас присутствует, меня слышит, что у вас появилось? Есть ли из вас те, которые поняли, бот вам не нужен? Вот по вашему предмету это не страшно. Ну, просто скажите, вот мы из той категории, нам он 100% вот на данный момент, ну, ясно, это долго, бесполезно. Есть такие среди вас? Это же вебинар расследования, мы же должны расследовать, найти решение. Пишут. Спасибо огромное. Очень глубоко и очень профессионально. Получая искреннее удовольствие от глубины познания. Очень интересно. Спасибо. Дорогие коллеги, я понял, что попытки возражений были. Вот сегодня Екатерина Пчельник, да? Да. Возражала. Да. Вот, неинтересен, вот плохо. Были возражения. Но мы нашли причины, почему они не пошли. Спасибо. А чего они не пошли? То ли тема не та была, то ли задача была неверно поставлена. Вот, да, это хорошо. Но если вы захотите реально приступить к работе, то мой бесплатный вебинар заканчивается. Я приглашаю вас в мою маленькую группу, где я показываю то, это группа в Телеграм, то, чего нет в документации. Вот, например, как написать сценарий, это мое ноу-хау, я вам передаю. Просто в табличке составить с кодировками. Да? А какие горячие клавиши, которые сокращают вот это вот убийственное, там, я знаю, нашел несколько секретов, вот я могу там поделиться, потому что в бесплатном вебинаре я не могу все рассказать. И самое главное, я там могу дать вам индивидуальный подход. Вот посмотрите, когда я работал индивидуально, с Мариной Геннадьевной, там, с Ириной еще. Мы тут же нашли кибер-Аристотель, который решает узкую, но крутую задачку. Или там кибер-Марианда. Кто там у нас еще кибер появилась? Ну все. Только так можно научить. В вебинаре дать каждому его уникальную вот эту какую-то ячейку, в которой он может себя показать, не сойти с ума, дать себе время, ученикам результат. Я могу, вот там я могу. Причем я туда приглашаю с каким условием? Первое, это будет 30 дней. Вебинар прошел, да, как обычно, и все. Там я консультирую по любым вопросам. Там я помогаю писать сценарий, помогаю подобрать графику. Какую картинку выбрать, там тоже иногда вызывает трудности. Там помогаю найти какие-то ошибочки, несоответствия. И я вот эту всю группу, вот уже вижу вопрос, как попасть в группу. Да. Там тоже, там, кстати, тоже стоит бот. Бот проверяет оплату, это всего небольшая сумма. И бот проверяет, дает доступ в другую группу. То есть я занимаюсь другим делом, а бот работает. Бот за 3 дня до окончания показывает, что ваше время заканчивается, скоро вас очистят, давайте торопитесь, и потом бот автоматически исключается. Если нужно вам и эту технологию, как бот принимает платежи,
дает доступ в другую группу, отчисляет, как дает скидку. Я тоже там же об этом буду рассказывать, потому что в одном вебинаре все рассказать невозможно. Какие есть риски? Я обещал в конце еще и риски. Риски сделать бессмысленную работу, потратить время и ничего не получить. Я об этих рисках буду говорить честно и прямо, и вот сегодня тоже вы это слышали. Куда записываться? Я после окончания записи, так, давайте тоже это все разошлю. А куда записываться? Куда записываться? Я сейчас дам эту ссылку вам в чате. Запись в группу индивидуального и группового коллективного обучения. Вот она, эта ссылка. Она спрашивает, если у кого-то есть трудности по оплате, пишите мне в личку, Белоножкин, так, я в Фейсбуке, и я на все ваши вопросы отвечу. Мне понравилось с вами работать. Мне понравилось с Мариной Геннадьевной, что она не просто загорелась «хочу», она ответила себе на вопрос, как это будет выглядеть и не сойдет ли она с ума, от, как сходили с ума с Борисом. Делали, что сделали, непонятно. А тут будет результат. Ну и самый главный результат – это когда ваши ученики поднимут палец вверх и скажут «вообще классно, еще хотим». Вот когда скажут «еще хотим», у вас уже будет опыт. Я на все вопросы ответил. Похоже на все. Ну, еще минута на размышления. Всех благодарю. Если кто-то сейчас хочет спросить про свой предмет, про версию вашего кибербота какого-то, вашу версию, я готов сейчас помочь сказать, нужен он вам или нет, и что он с вами решит. Мне понравилось вот по русскому языку. Очень четко уловила боль, страх говорения. Я даже не ожидал, я себя вспомнил молодым, когда я в 21 лет молодым лейтенантом приехал в Германию, и мне было тяжело. Я один ходил вот среди них, и через год мне говорили, у вас чисто литературное произношение, вы, наверное, немец. Это была победа, я сам преодолел, но какой ценой? Оплата в Телеграме, так, я сейчас... А вот посмотрите и скажите. Да, вот скажет, Ирина Николаевич еще пишет, материалы сегодняшние, как получить? Но так, ссылки значит, я, а как, давайте здесь пока я еще раз дам ссылки на боты. Все mm-hmm. эти ссылки я, значит, пример сметы я даю, я все-таки, у меня степень по экономике, ссылку на, это я уже дал. Сценарий. Таблицу с требованиями mm-hmm. к ботам. Это мое ноу-хау. Вот это главное, да-да. Посмотрите. Mm-hmm. Я скажу вам, наверное, вряд ли нужно. Но это кто занимается, может, наукой, там диссертации пишут. А так, вы же ни один вопрос про платформу не создали. Snatchbot, я вам показал все эти критерии. Там все предельно понятно. Там есть крупный минус, почему-то никто не спрашивает про минусы. Там есть крупный минус, он принимает платежи пока только на PayPal. Ну и ладно, PayPal мы не любим, но зато бот в Telegram, там другая платформа, она принимает хоть с карты МИР, хоть ВТБ, и прекрасно работает. Вот я это тоже расскажу. Вот это минус. То есть, если они еще... Я пытаюсь сделать интеграцию... сам через API, пока не смог. То есть сделать платежную систему, вот эта карта U-Money, да, вот хочу, чтобы Snatchbot с U-Money работал, а U-Money принимает платежи с любых карт. Вот это я пока еще не сделал. То есть еще и зарабатывать с помощью бота вполне можно, если в этом есть необходимость. И, наконец, сценарий. Я даю сценарий. Можно ссылку на Ивана? А, да. Ольга Макарова, да, просит. Можно ссылку на Ивана? Она входит в группу самоучительская?
Ну, я так думаю, что здесь основная категория из группы. Ольга, если вы входите туда, напишите. Что там будет же у нас сюда? Не входит. Не входит? Не входит? Нет, не вхожу. Я могу войти, конечно, но... Вы войдите, пожалуйста, Марина Геннадьевна. Приглашаете новых участников? Да, конечно. Будем очень рады. А как туда войти? Я не очень активный пользователь. Самоучительская в поиске. А, и хорошо. Спасибо. Самоучительская. И там в этой самоучительской есть Иван, да? Пока там нет. Будет, пока там нет. Будет запись, там все будет. Там будет все. Пока нет. А вот на Ивана я даю не в Телеграме. Вот это Иван. Он работает вообще в любом браузере. Вот нашел Ивана. Странно, у нас конференция длится больше 40 минут и ни разу не прервалась. А я не платил им. Но я так думаю, что сейчас они дают такую возможность для работы в связи они кому-то включают. У них был период, потом они его прекратили и снова сделали по 40. Но я же президент Союза профессионалов дистанционного обучения, по-моему, они меня знают. Вот, конечно. На плату, что ли? Конечно. Юрий Николаевич. Да. Помните, на новогодней встрече я все говорила, у нас мало времени. Вы-то ушли, а мы потом еще разговаривали. Ну, а что вы не сказали, что вы остались? А мы взяли и ушли. Я хотел песни попеть, я пою. Надо было. Ну вот кто-то писал сегодня, что, мол, типа того, что для вот таких групповых встреч они как бы добавили время. Ну, официальной информации у меня тоже нет. Это неофициально. Я видел это у нескольких человек, вот они не прерывают. И я анализировал. Вот я, например, публичная личность, у меня группа тоже большая, да. И я очень часто хвалил Zoom. Мы провели расследование, там, вебинар.ру, еще прочее. Кстати, я теперь провожу, мы провели тоже расследование. В Телеграм можно вебинары без ограничений, бесплатно и с записью проводить. С экраном, с показом экрана. Там тоже можно. Спасибо за информацию. Но там нельзя делать замену, вот как я, заднего фона. Ну, вот у меня он стоит, этот план, и никуда его не спрятать. Ничего. Хотите, я вам свой план покажу? Я на кухне сижу. Ладно, а я где? А и вы на кухне, я вижу. Кстати, а у вас-то какая задача, Ирина? Честно говоря, я никогда не создавала. Я не об этом. Я библиотекарь. Вот вы что преподаете? Я не учитель, я библиотекарь. Библиотекарь. У вас есть рутинная работа?